Она пиликает только ВКонтакте, я так понимаю. Ну да, ускакивает там, что трансляция началась. Все, загрузились они у меня. Отлично. Владислав, да? Владислав, Александр и Рома. Да. Ага. Все. Влад. Влад. Я Димон. Понял. Очень приятно. Так, ну все, стартуй, Рома. Все, всем привет. Да, да, всем привет. Привет, привет. Погнали. Здорово, народ. Вроде бы это. А, я не могу начать игру, у меня неактивно начать игру. Два человека не готовы, потому что. Все, готовы. А, я не готов, Юмор. Готовы. Да, Игорь, да. Здорово, да. Да, всем привет еще раз. Так. Я на фермере родился. О. И Кузьмич сразу. Загрузка пошла, хорошо. Так, все, все загрузились. Да. Народ, всем здорово. Бэтбой, Кент, всем привет, Аман, тебе тоже привет. А, смотрите, карта у нас вышла новая, час назад. Вау, нихера прыгает. От Саши Уа карта дела, хорошая карта. А, я надеюсь, что будет, как и предыдущие 4 его карты. На карте 7 пилорам, называется холмистая, один закрытый гараж и дохера точек не разведано. Вот для этого мы джипы, в принципе, и взяли. Же, а где остальные? Сейчас покататься. Да. Открыть их надо с фермера, кстати. Ох, а у меня-то открыта карта. Я серьезно? А я уехал. А у меня карта вся открыта. У меня точек... Как открыть? А у меня... Ну, не надо так. Вон, ты нам тогда ничего не говори. Ничего не говори. И так нельзя играть. Точно аркадник, а? Точно аркадник. Так, сейчас, секунду, звонят в дверь. Нашли время, блин, а? Ох, парни здесь. Слушай, дорога, а чуешь, как машина? Страшная. Короче, камни, елки. Короче, сначала открываем точки, да? Да, да. Да, как правило. Ну, сейчас я вам открою ну точечку. Вот, 300 урона уже есть. Красава. Тебе так, повезло. Так Ремки хуй маш, смотри. Не легкая карта-то. Меня кидает из стороны в сторону. Так нихера себе, я буду валяться. Нет, туда я не поеду. Ну, не уверен, что со спавна прям сразу на гараж увидим, поэтому даже карту не смотрю. Едем дальше. Дальше мы куда едем? Ёп! Ко мне что-то навалено вообще. Что-то зря я сюда, наверное, полез. Мне даже страшно смотреть, мне в сторону заправки, там наверняка какая-нибудь машина. Алло? Да-да. Алло? Да-да. Что там такое? Ты с нами или ты по телефону? Алло, алло. Опа, вылетел. Вообще вылетел, да. Понятно. Вижу уже. Что-то он перезагрузил там опять. Оп, зашел, алло. Зашел. Да, да, что, да, да. Что-то у меня интернет отсоединился. Красава. Я не знаю, а это кто? Хорошо, что ты не сервер. Чат, дайте знать, у меня там все работает, нет вообще, что-то отошел открывать так дверь. Так ты со спинки вылетел, да? Тогда у меня, я смотрю, этот интернет отсоединился. Я... Валера, здорово, всем привет. Куда я лезу, это жесть. Да, зачем я сюда полез, а? Вот это нифига себе, у меня конечно отсоединилось. Че мне не ездится по нормальным-то дорогам? Слушай, Ром, тут столько камней, сейчас тебя фризить опять начнем. Вообще, прикинь, не фризить. Народ, вообще, скажи, а, да, вот все заработало. Странно, бывает на картах. Я не знаю, у меня, в общем, интернет. Где камней куча, прям фризит по-жесткому, а иногда вообще ничего. Не знаю, так, ну это... что, вы открыли точки какие-то уже? Одну. А, одну, все, я за вами полетел тогда. На экране чата нет, сейчас, подождите секундочку, включаем чат, я его вчера отключал, мы там играли. О. Точки не все, на теперь все есть. Извиняюсь еще раз. Поехали. Как точки-то сказали, он должен был попрятать. Как мы сказали, чтобы не делал точки на дороге. Евротрак сегодня нет, не будет. Завтра конвой по Евротраку будет в 6-7 вечера где-то. Ну, сегодня рядом с дорогой, вечер, не так глубоко. Вечер спинтайрса будет. Ну правильно. Совсем глубоко, то есть страшно заслужить. Так, гаражных частей еще не было. Вот у человека с каждой картой, как вот видно, прям как заметно растет
мастерство, как говорится. Да, ну так это что наделал здесь, а? Прям с первых. Слушай, а что за доски он накидал здесь по дороге вообще, а? С камнями, блин. Тебе нравится, да? Да здесь дичь вообще какая-то происходит. Это так, куда вы здесь? Это есть ёлка. Налево, есть прямо дорога. Так. Вон Ром тогда открывает. Я куда-то лезу тут. Я да. В сторону гаража. Горючка у меня полна. Слушай, вот он с ландшафтом поработал. Серьезно. Замечательно. Так он и назвал ее холмистой, не просто так. Mm-hmm. Таймер включил же, все включил. Как, и чат ведь идет. Разве нет? Михаил, здорово тебе тоже. Вениамин, здорово. Всем привет от Саши. Автор карты с нами сейчас, кстати, на стриме подошел. Здорово. Так что-то я сидел в комнате в этом дискорде, он зашел. Пока все супер. Ну, он в дискорде как-то стесняется общаться еще, я не знаю почему. Чат же включил, все нормально, все пошло. Ой, ой, ой. Зашел он, как Серега Вуду, говорит, здорово, затроты, блядь. И все. Да. Слушайте, я тут застреваю, блин. Здорово, бэтбой, здорово, как жизнь? Не задрот, что третью кассу ведь подряд нету. Я охренел, блядь. О, нашел эти палки. Слушай, все, я убил фермера. Зачем? Ром, я убил фермера. Я не знаю, зацепил его чуть-чуть и все. Там камень, да? Ну бери. Совсем? Все, да, 600. А ремки нема. Ну я хотя бы пока еще половина. 255-й стоит. Так, да, я, да, берешься до него? Нет? Еду. Вообще он а я вообще убитый, да. Сейчас одну секунду. 5-го добраться. Вот я вижу 255-й тут есть недалеко. Камней уже сколько. Кошмар. Так, ну я тоже до 255-го. Не, подожди, ай. Куда мне ближе-то? Я наверное точку поехал. Не, я, короче, точку открою, Дим, а ты посмотри. Ну, бревнами здесь, ребят, не забраться в эту гору. Что, ну, зачем там? Туда и не надо, конечно, бревнами ехать до гаража. Камней тут палок навалено, конечно, мама, не горюй. Нормально, нормально. Хорошо, что грязи нет с елками вместе, а то бы вообще пиздец был. Вот тогда пришлось нам жестко, конечно. Хотя бы они на сухой дороге, как они перемещаются нормально. Помнишь, на той карте как-то? Приморье, помните? Приморье. Это Боже Лёхина. Ебать, что там было? Опа. Или не Лёхина, да? Да, Лёхина, Лёхина. Да, я тут, да. Извиняюсь. Лекарь Костя, здорово, здорово. Саня, как ты мог? Да я, в Outlast 2. Слушай, мы что-то вчера засели в этот, в Call of Duty. Wow. И в итоге в Outlast уже не пошел, что-то мы до утра в него сидели. Вау, как вы лес будете валить? Саша пишет, камни не по всей карте, а только вот на определенных участках. Как вы здесь лес будете возить, я не представляю. Ну-ка, где ты там едешь? Как вы, говорите. Здорово, как будешь возить? Я бензин буду, блядь, возить. Ох, это ты гаражу сейчас как раз, да? Вон, а тебя слева точка, Влад. Я вот к ней пытаюсь добраться, но я. А в 255-м что-нибудь смотрел кто-нибудь, что там? Блинские такие горы, что даже шевики еле едет. Как... Я сейчас попробую добраться. Сколько до него, тут да. Воды, ёкарный бабай. Анархист, давай покеда. Давай. Тёма, я не знаю, честно говоря, успею ли на конвой, но судя по всему, карта дичь. Судя по всему, не успеешь. Поэтому да, я извиняюсь, возможно, на сегодняшний день. Как раз там, ребята, пустой вообще стоит. Без бортов. О, просто голый. Не приши, не пристегни, короче. Да. Как сейчас так? Я посмотрю, он хоть живой. Вот это косяк. Пустым косяк, он должен был быть с ремкой. Ну хоть чем-нибудь, но пустые машины. А, у него тут. У него сцепка тут, ребят, стоит. А, вот, значит, сцепка нужна будет для чего-то. Так, и он целый, заправленный, все нормальный, со сцепкой. Отлично. Ну вот. А есть что где прицепить? Я могу на нем поехать. Скорее всего будет, раз со стрелкой стоит. Я так. Надеюсь. Ну, не просто так. Мы пока еще не нашли, что прицепить. Что будет, может, ты уже видишь там. Карта соответствует названию. Холмистая. Саш, да. Мы так что уже и поняли по названию карты. Гараж. Что так и будет. Мне нравится. Я вот кайфую, что она еще не закоридорена. Тут, в принципе, достаточно большие просветы, да, между деревьями. Вообще кайф.
Шишига еще стоит, нету, что-то нету. А мне все время так жалко делать дороги, и чтобы потом все срезали по лесу, да, мне так неохота из-за этого. Так, я вот из-за этого коридора. КамАЗ стоит у пилорамы тут. Саша пишет, короче, слушайте, что Саша пишет. Это косяк, блядь, он должен был стоять с топливом. Ну, он сам не тестировал еще карту, да, он и говорит, что... Так хуйня сейчас притащим. Знаешь, почему не прописал ты маркеры, эти, маячок оранжевый, маркер сразу нужен, чтобы поставить длинную цистерну, нужен маячок. Вот, Саш, понял, да, маячок должен быть. Называется краз-маркер. Так, парни, я поехал в сторону... Ты скачай себе, есть такая штука, называется SpinTest Assistant. Мне очень удобно ставить аддоны на карту. Но там, правда, Олег, не прописано. Все равно не добавлено. Сань, спасибо за стрим необходимо. С трактором. Ну вот, да, мы поездили тогда. С трактором помучились, блин. Да, Саш, ну ладно, я надеюсь, мы без топлива-то доберемся все равно. Все, я тоже фермер. Самое главное, чтобы там не гаражные части были. Да, да, это ладно. Ушатал фермера тоже. Нету ремки, никто не надо. Да нету. Нет пока. Машин что вообще нет на карте. Я его сейчас просто с собой взял, тащу. Там Шишига, наверное, с ремкой нам, может быть, стоит, нет? А где Шишига? Он еще не видал. Есть, там есть. Сейчас я себе... Димон хорош, тут. Блин, а? Есть там, говорит, Шишига. Я уже еду за Шишигой. Нам открыть карту не надо. Канат, здорово тебе, в Омску тоже большой привет. Что говорит такой? Есть? Нет? Есть. Саша пишет, да, я этого не знал, есть ассистент. Про маяки не знал. Ну вот, теперь Саша имею в виду, что надо. А ты знаешь как? Ты проверяй, знаешь как? В гараже сначала, на полигоне машину собери, вот тебе надо поставить цистерну. Ты зайди на полигон и собери все, что ты хочешь собрать. И запоминай, какие аддоны нужны. Так проще делать. Далеко я на хер доеду, наверное, да. Да, ушатал быстро, сука. Фермер все, убитый в хлам просто. Я вот сейчас не знаю, куда я все еду. Урона. У меня уже, знаешь, сколько? 595 из 600. Ну, я хороший знаю, народ, я пока к заправке, наверное, поеду. Потому что я хер его знаю, куда ехать. Ну, а от заправки будет гараж недалеко. А, ты уже гонишь машину сейчас? Ну, я одну пока туда догоню, ну, гони, а еще на Мерсе. Потому что, да, фермер сломан, Сань, я потом... Сань, посмотри, где я сейчас вот еду по вот этому. Но, вижу, здесь, да. Здесь адская дорога. Там камни или что? Тут такая грязь, охренеть. Грязь? Нифига себе. Бегу, все, здорово, короче, тебе тоже. Я больше не буду карты делать, все, пускай сами делают. Саня, ну красавчик. Да. Такой комментарий от Влада услышать. Дорогого стоит на самом деле. Видишь, Сане как-то удается. Вот он недолго, времени тратит немного. У него с первой карты, как вот началось, да. За месяц это пятая карта уже. Это, да, талант. Ну. Да, вот реально талант. Нет, ну, где-то вот раньше. Это пока по виду лучше, да и по геймплею я смотрю, что дороги такие классные. Я сейчас здесь вдоль озера. А слушайте, а может быть мне вообще сейчас на заправку смысла нет ехать? Я лучше сразу машину. Ну вот, все. Я пошел. Гараж. Пилки нас убьют, конечно, со временем. Блин, вот урон-то выходит. Слушай, а за что? За эти ветки урон такой. У меня уже 400 из 600 на кразике идет. Моды качаю со Стима, Олег. Со Стима. С СТМОДС очень редко. Да практически никогда я. Ну, зачем качать СТМОДС, если гораздо проще их поставить? Вот именно. С воркшопа. Ух ты, камень какой. Димон, возьми точку слева от тебя. Фландеф, я посмотрю. Ой, кто-то мне в ВК там кидает. Урон большой, наносится тоже минус, да, согласен. Урон чуть за ветку цепляешься, все. Да слушайте, ну, уже 500 из 600. Вот сейчас я за что здесь зацепился? За что мне это, да, Сань? Не, ну сейчас никакой ветки нету. А, вот, с правой стороны была. Ну пипец, конечно, урон. Я сейчас до гаража так не доеду. Ни на одной машине вообще. Значит, будем побольше ремки брать. Будем ремку, да, второй машиной тащить тогда. Да. Все, у меня машина сейчас заедет. Мессу снарядим не только на топку, но и на ремку, значит. Ну я вот до той точки, надеюсь, доберу 200 метров.
побегу. Доеду. Я вот надеюсь до гаража доеду. Блин, вот даже сложно добраться до точки. Она в 2 метрах, везде эти палки, ветки. Димон, и этот человек это карты делает месяц всего лишь, представляешь? Обалдеть. И вот такие уже карты штампует. Молодец. Ему можно делать маленькую, знаешь, все равно долго копошиться надо. А он и начинал вот с маленькой, мы на пробу ее взяли и на 2 часа зависли на маленькой. Я представляю, сейчас мы насколько встрянем тут. Да не, сейчас нам главное это... Нарядить машину. Даю-ка я лучше. Слушай, 550 и 600 у меня урон. Я не знаю, я выхватываю вообще за все, что цепляется. Как ты так есть, Сань? Я вот первый раз об дерево ушибся хорошенько на 300 с кем-то. Я выхватываю за эти ветки, которые лежат на дороге. Вот за них выхватываю по сотку на каждый. Точно, блядь. Где гараж? В углу карты? Здесь, прямо в углу самом. И, скорее всего, без всего будет, да? А как тогда ему топливо привезем? Если нет ремонтированных машин, то придется, значит. Придется его переть туда. Да. Тащить на буксире. Комар, здорово тебе тоже. Спасибо за пожелание. Ой, тихо. Биг Босс, сегодня ЕТС не будет. Завтра будет ЕТС в 6 часов или в 7 вечера. Что-то такое. Да, Биг Босс. Блин, а. Пересесть. Точно, бля. Чё себе? 600 урона, 0 топлива. Ебать. Ну так, вот, где-то открыл. Ну шишига, а чё толку? От я еду сейчас в сторону её. А фермером ты не дотащишь его, да, наверное? Ну, если бы он подгазовывал сзади, другое дело. Блин, слушайте, как мы будем это делать? У меня, у меня сцепка на кразе есть. Там есть гаражные части, да? О, кстати. Подожди, а тащи как это? Схему стоит? Тащи крас со сцепкой, отцепляем от КамАЗа, перецепляем на... Да-да-да, надо будет на крас перецепить просто ее, да и все. Давай. Да-да, и прихерачить. Бэтбой, вообще АТС сегодня должен был быть 8, но я понимаю, что мы не успеем, скорее всего, до 8, так что парни поедут без меня, а я к ним подсоединюсь, скорее всего. Все, ну... Хотя у тебя, скорее всего, тоже топки не хватит. А в Шишиге что находится? Я вот еду сейчас в сторону Шишиги. Ремка, наверное. Ну, а смысл тогда, если... Ну, уже сейчас Шишига, да. Давайте я сейчас за краза доберусь, у меня хороший краз. Довезу быстро. Ну да. Нет, там Рома и быстро, это два разных понятия. Так, окей. Давайте попробуем на Мерси все-таки. Если в Шишиге есть вот ремку, я уже ни одну машину не могу до гаража довести просто даже. Да как так? У меня как раз там стоит, мне ремка нужна. Сейчас попробую на Мерседесе, может быть. Сейчас я застрял вот. Не едет у меня что-то ничего сейчас сегодня, блин. А? Шишига, да, Дима, блин. Здорово тебе тоже. Нашел Саня, кто активировал машину того? И она, и в нее никто не может сесть. В смысле, я не понимаю, что активировал, какую машину. Вениамин, ты о чем? Шишига, да. Машина-то есть, но она сломанная стоит вся. Шишига но заряжена нет. полностью, ребята. Все, 400 ремонтов. Нет, а на ней что одето? Ремка. 400 ремки, ну. Ничего не одевается, да, только ремка. Я понял. У меня вопрос, почему автор карты не тестирует карты сам? И потом выдает на стрим. А я, например, пока не протестирую карты на стримы и на сайты не выкидываю. Михаил, ну вообще Саша тестирует карты, просто вот это он делал на коленке и сказал, что времени вот не хватило, а хочет, чтобы мы все-таки катнули. Ну, ничего страшного, господи. Пока один косяк, что нету бензина. Мы справимся без этого. Без конечно. Обойдемся. Довезем без бензина, ничего страшного. Так, давайте-ка я... Где у нас Шишига? Давайте я до Шишиги прокачусь вот это. А я потом их открою. И как он прежде чем буду проезжать. Вылаживать карту, сейчас доделает, поставить чего-нибудь. Здорово, это, здорово принципе, тебе. Да, Саша, здорово. Сейчас ему топку только добросить. Вот ты тачку активировал, а в нее никто не может сесть. А, ну так я ее только для себя открыл, Вениамин. Зачем? То есть каждый должен доехать ее открыть. Как ты хотел, чтобы... Это сама суть игры такая. Ну, конечно. У каждого свои машины конечно. Здесь.
Детишки, ножи, эти палки. Мы вообще об этом, конечно, мечтали, что можно было бы как брелные машины передавать. Да. Ну, это не совсем бы было, наверное. Да, можно было бы и сделать и из бака, чтобы можно было давать там литров несколько. Там. Вообще, на самом деле, можно же, да. Вот. И почему вот, ну, кстати, да, заправщик заправляет баки, но не заправляет аддоны, например. Да? Да, канистры не заправляет. Вот что за бред? Да, в машину залил, а в аддон не могу залить. Какая разница ему куда заливать-то? Рядом два бака. Ну да, ну это не надо просто. Смейл, ЕТС завтра будет. Сегодня так у нас вот вечер спинтайс. Ну, хотя, может быть, как раз это для усложнения сделано. Ну блин, ну можно же ведь с баком. Нет, ну и игру же делают для реалистичности, как бы. Ну так для реалистичности. Он шланг взял, как говорится, отсосал, по-русски говоря. И нормально. Так, чтобы, допустим, на аркаде можно было заправлять аддоны, а на симуляторе нельзя. Вот это я понимаю тогда. Инфа вся ВКонтакте есть, во сколько завтра будет конвой. Там все написано. Саня, проехал километр, урона 0. Ну, видишь, вы че такие. Аркадники, а я вот не могу так, блин. Так и я фермера тоже усадил. Я и фермеры, и я просто, мы-то лезли не по дорогам, туда придется лезть. Не, я-то по дорогам ехал. А, ты по дорогам. Грузовике он ушатал весь грузовик. Да, слушай, здесь дичь, я не знаю, как мы тут лес будем возить, реально, а? Да. Ну как? Ну так потихоньку поедем. Комфортно едет. Блин, он у меня сюда не может въехать, наверное. Тест карты был, но быстрый. До краза не доехали. Ну, это очень быстрый, да. После стрима, когда парни потестят, скажу недочеты, советы. Скажут недочеты, советы, только тогда я карту выкложу. Это, ну, Сань, ну, выложу, а ты знаешь, исправлю, как да. делай, чтобы тебе не тестить всю карту? Ты сделал участок сложной дороги. Сразу раз быстренько закинул ее, прокатился этот участок. Все, он проходимый. И сразу ты сможешь исправить косяк, если какой-то есть, на маленьком участке дороги. Все, один участок полностью закончил, переходи дальше. Вот у меня, я так делаю. Не, ну очень удобно. Очень вот, парни, много палок на дороге, извиняюсь. Ты знаешь, Витарган 177? Нет, не знаю. Алекс, здорово тебе. Кто такой, да? Он меня забанил у себя в группе, но тем не менее, я его не знаю. Пытался познакомиться, но человек на контакт не идет. Поэтому хер его знает. Как сейчас я узнаю, не знаю. Пересесть. Походу так. Теперь уже знаешь. Ну, не знаю, я выходил с ним на контакт, пару раз писал ему, он игнорит, не отвечает. Ну, не хочет общаться, как хочет, господи. Насильно мил не будешь, как говорится, так, да? Кстати, это точно. Пока народ вообще в сети хотел новостями порадовать. Алекс, здоров. Паром установил специальный аддон, который будет перевозить машину. Да, послушайте, сегодня парни, попробовал. Полностью груженный КРАЗ с длинным распуском под 27 тонн загнал с берега через аппарель на паром, перевез на другую сторону и спокойно съехал. Ничего не перевернулось, ничего не утонуло, все работает, все отлично. Скоро будет карта с паромной переправой. Паром будет возить и машины. Если снять аппарель, будет возить бревна. Как? Вот самое главное, что будет возить машины. Машины это реально можно задействовать на карте прям. Да, это здорово. 7310, скорее всего, туда не загнать. То есть очень большие машины, очень тяжелые. Примерно ограничение получается в 30 тонн с грузом. Ну, то есть супер тяжи туда уже не получится загнать. Ну, Виторган 177 слишком чтобы, высокого себе мнения нам читеры, в чате подсказывают. Поменьше читерных машин было на картах с супер тяжелым весом, который будет проходимый. То есть вот так. Как тут с дровами, ну, парни, ехать, ждем. Я не понимаю. А еще он пишет, у драйва 51 спроси, он его хорошо знает. Да уж, это точно. Хорошо в хорошем смысле слова знаешь, а? Как говорится, не будьте виторганами, пишут нам. Вот это правильный ответ. Приблизительно так и делаю, но с моим ноутом рекрейт по 20 минут делает. Вот он. Ох, ребят, кошмар. Я не представляю, как вы вообще делаете карты. У меня рекрейт максимальной карты минута. Очень тогда много палок на дороге, ё-моё, ух ты. Как елочку я кручу. Хотя это самый мощный комп тоже.
Диван, а у тебя палки крутятся вокруг своей оси? Или они у тебя... Владимир, да. Вот сейчас я забуксовал, у меня справа елка, потом на видосе можешь посмотреть, как я иду. Ветки на них сшибают. Саша, что самое главное на его картах, это грязь. Этого реально давно не хватает уже. Вот что-то, ребята, здесь-то грязи-то почти нет. Ну не знаю, где вот я сейчас еду, я уже прям вот сижу и мотивируюсь вот, просто. Нет, ну вот эта часть суховатая. Да, вот одна часть суховатая, а там где я тоже, где я первый раз ставил, там грязище. А, ну это хорошо. Так а вы что, уже тащите что ли, нет? Кого тащите? Я еще ползу в сторону, вот там стоит походу с гаражными частями что-то, КамАЗ, да? КамАЗ, да, 65-20. Так, вот, а мне надо шишигу срочно взять. Я в его сторону. Шишигу. Я сейчас возьму шишигу, доеду, отремонтирую Лешего. Довести надо Лешего до гаража все-таки, блин. Так что, Володя Иванченко, карта на самом деле здравая. Все пока достойно здесь. Ну, впрочем, неудивительно. Все карты, что до этого были у автора, они все были очень хорошего уровня. Нет, можно уже смело его карты в коллекцию добавлять даже. Не, меня вот единственное убивает, что вот палки по дороге, я здравия не представляю, как тут ехать вообще. На каждой палке я тут зависаю. Нормально. Проедем. Проедем. И главное, обычно наезжаешь на палку, она хоть ломается, так памсы пропадает. А эти, блин, остаются, заразы. Так, а тут в море. А, ну это значит на карте что ли свои палки есть? Нет, тут же только левелс. У тебя мод по морю какая-то, да. А, нет, вот. Одна тут веточка хлопнула, но маленькая. А большие эти бревна, эти елки. Никак это что-то. Ну они не должны ломаться, они дефолт на игре не ломаются. Они. Почему невозможно? Люди пишут, что на такой вот резине в жизни невозможно ехать. Как это невозможно? Ты что? На Мерседесе на этом. Полный привод, дифференциал заблокирован. И резина тут ведь не шоссейная стоит. Ребята, если взять 90-е, там 80-е годы вообще ездили на лысых колесах все. Конечно. И шипы-то никто не видал. Не то, что да, я начинал ездить, зимней резины просто не существовало для классики. Не было зимней резины. Не было. Я помню, первого своего Opel купил Ascona задний привод. Лысая, как я не знаю. Ascona тоже что ли? Да. Я тоже первую машину. Как голова Ленина, ё-моё, там можно было шлифовать просто. Так про Ленина не надо. Тут сидит человек, кто его хорошо знает. Вот, добрался до КамАЗа, ёкарный бабай. Сейчас я его тут расчепушу по-быстрому. Ну-ка, давай-ка, дружок. Так, мне надо понять, рядом встань, как перетащись при прицеп, иначе ты его потеряешь. Да, я и хочу перепрыгнуть на него. Слушайте, а я вот здесь перелезу где-то. Когда машины рядом стоят, он достаточно легко перетаскивается. Так. Да, я попробую сейчас срезать здесь немножко. Пиздец, по-моему, 257-й погибнет сейчас. Так, ребята. Да. Первая машина, 0 урона. Смотрим крас. 8 урона из 700. Вот у меня елка тут полежит. Ну так мы что, гараж-то довезем, не довезем? Анзор, здорово тебе тоже. У меня первая машина была Москвич 412. Так и зимой, и летом на одной резине. Ну вот мы об этом и говорим, да, Алекс, об этом и говорим. Там и зимний-то не было. Был в лучшем случае был этот самый, как его? Летний вариант колес. Так. Так, блин, слушай, где на фермере аккумулятор сел, он не заводится. Ну пиздец. Все пропало. В гараж его вези. Там сейчас подремаем. Сделаем все. Может тебе помочь его. А, я тебя сейчас не увижу. Ты рецепт, не сможешь его напихнуть, да. Никак. Можешь попробовать КамАЗ под этот. Сейчас я пересяду на краза. Я отцепил прицеп сейчас. Я сейчас по срезке здесь постараюсь до вас тоже как-то добраться, вместе поедем. Попробуй сейчас его. Да, тут есть где срезать, кстати говоря, и даже думаю, что с грузом можно будет срезать. Да хорош. Тимо, он так перетащится. Он по колесам перепрыгнет.
должен перетащить, я это одел пару раз. Блин, никак не хочет зарываться. Я шишу приуныло. Сейчас я поближе попробую к нему встать. Ну все, вроде и так притерся уже. Нет, еще вперед надо. Колесами. Просит. Так, надо выбивать, куда? Короче, КамАЗа из-под прицепа похода. Так вы ничего не можете вытащить? Нет, ты не отцепил его. Сейчас я попробую туда, вот где задние колеса. Сань, есть ссылка на длинный... Забей, Вениамин, да, в группе ВКонтакте есть вся инфа, полезная информация для спинтайса. А, он сейчас в стенку у тебя уперся. Да-да-да, заходите, смотрите. Вартель, Буревестник, везде есть, все есть, короче, все написано. Вот за 20 минут рекрейта можно самому нажраться и ноут свой напоить. Саша, автор карты. КамАЗ стоит с гаражными частями прямо в красной полосе, которая ограничивает карты, и скорее всего он там застрял. В этой красной полосе. То есть вы его не можете вытащить, да? Да, я уже сцепку даже отцепил, не могу никак его сбить. Его нужно чуть отодвинуть от края карты. И, кстати, это пилорама тоже просит. Ну нет, пилорама-то нормально. То есть, если мы сейчас его не выдернем, то все, да? Мы без гаража. Сейчас надо мне, знаешь, как сделать? Влад, наверное, отъедь. Отъедь, я сейчас развернусь мордой в другую сторону и сейчас сзаду. Показалось, Вениамин. Лех, поздравляем с покупкой машины. Что за машину взял себе? Тоже Opel Ascona? Ascona уже не делают. Да, но он все равно взял. Я знаю, что не делаю. Хороший аппарат. Аппарат отличный просто. Просто Opel, короче. Нашел, может быть. Знаешь, я как это? В Германии есть поговорка такая. Ребята, я тащу фермерам КамАЗ с этим. С гаражными частями? Да. И все-таки вытащил его оттуда? Я его вытянул фермерам, он поехал, прикинь. Охереть. Есть в Германии поговорка такая, когда, ну, кто-то кого-то ненавидит, например. Ну-ну. И говорят, чтоб ты всю жизнь на Opel. На Opel ездил. Кстати, Opel вообще. Ну, да. Леха взял Volkswagen Touareg. Поздравляем тебя, Леха. Хорошая машина. В этом. Вот, зачем тебе джип в городе? На STMOS он взял. Как раз тут только вышел. Кстати, да, от драйвера вышел сегодня вот машинка на STMOS. Это не от драйвера. Ну, активное участие ты принимал там все равно. Было дело, да. Тоже Volkswagen Touareg. Это специально, Лех, для тебя сделано было. В честь твоей вот помучая машина. Во-во-во-во-во-во. Давай. Да ты собака бешеная. Сань, тебя. Пускай Влад озвучит свои характеристики компа. Попросили у тебя. Твоего старенького железа, если ты не против, Влад. Core i3 четырехъядерный. Core 700, i700. Да, 740-й. Нет. Тимофей, здорово, спасибо большое за пожелание. Core i3, 43, что-то. А, для охоты взял. Ну, для охоты, конечно, хороший Touareg. Видеокарта 750 Titanium GTX GeForce. И 8 гигабайт оперативной. Есть, залез я под него. Сейчас еще. Ой, как я на этой шишиге здесь я не могу вытащить его. А что тебе не нравится? Да что ты будешь делать, ты посмотри. Шишига, это же вообще машина сильная. Мне надо лешего срочно до гаража дотащить. И сесть уже на машину и поехать лес возьми. Такими настройками у меня все последние идут, таким компом. Шишигой? Ну очень тяжко. Нет, леший. У меня там урон 580 из 600. Так, вот так тебе доверяю машины. Бля, я к Владу по дороге хотел доехать, он где-то поехал у хабами вообще. Это ты так гаражные части сейчас тащишь? Да. Налево, налево, Влад! На шевике. Ты не туда его тащишь, Влад. Ай, как это нафиг? Да не тащу я гаражную часть, ты чё? А, я думаю, нихера себе разогнался, блин. Я до Гашишки еду. Так, а чем ты хочешь тащить? Шишили сейчас? Не-не, там Димон... На фермере тащат и прицеп сзади, как флаг развивается. Так вот я и обалдел, думаю, как он так там полетел-то, блин, а? Дима же грузится там этим. Я пытаюсь, да, как КамАЗ из-под этого, из-под фуры выбить. Нет, у меня сейчас приключение по воде здесь пойдет, походу, а? Рома, а ты на чем там едешь сейчас? На КрАЗе. Саня, спроси у Влада
редактор, я так понял, оперативки много ест. Сейчас мы отрезаться. А редактор оперативки, он много ест вообще? Он жрет только во время рекрыта. Ага. Вот, Валер, вот. Потому что так во время. Пока ты карту делаешь, вообще не жрет редактор. А вот когда рекрейт, да, он сжирает всю сука память. Сейчас я пью. Даже у меня максимальная карта, иногда, когда очень много объектов и вообще всего на ней дистрибьюшенов и так далее, у меня бывает, что не прорисовывается миниатюра карты с первого раза. Я сохраняюсь, после рекрейта выхожу из игры, ой, из этого из редактора, снова захожу и делаю снова рекрейт. Тогда карта прорисовывается. Так. Как память не спадает. Димон, давай я... Сталкер, здорово тебе тоже, спасибо за пожелание. Да нет, ну не едет Шишига, ну народ, я не знаю, как вы будете тащить здесь КамАЗ еще. Понятно. А рецепт выбить, то одно дело. Психуй. Подожди. Чего сделать? А на ноги-то его не поставить, прицеп. А, да блин, не психую, а. Успокойся. Ну блин, ну не получается у меня. Говно, а не стрим. Смайл, ну извини, кому-то не понравилось, кому-то понравилось. Да, будем. Да, ну не нравится, не смотри, господи. Владос, нет, здорово, смотрите, здорово. Да, ну сиди до конца, смотри, блядь. Смотри, говно, смотри. Смотри, говно, сиди, смотри. Владиславу не нашему большой привет передаем. Все отлично, как сам поживаешь? Да что ты, детишки, на жизнь. Чутка не хватает. Я пошутил, вы лучшие сразу. Не знаю, а это знаю. Он чтобы не сгладить, наверное. Не знаю, не знаю. Это дефолтный кунг, да, сталкер дефолтный. Только текстурка стоит своя по расцветке кабины, а кунг дефолтный на шиге. Да ядрен батон. Руслан, здорово тебе тоже, спасибо, спасибо. Так, ну чё, я уже до краза доехал, сейчас если у вас не получится... Да не, я сейчас зацеплю, я сейчас... Кира пишет, привет, аркадники, как успехи? О, привет! Кира, привет тебе тоже, да, аркадница, блин. Успехи, если бы инструктаж прошел, то были бы намного лучше. Да, а так инструктажа не было вчера. Карта пока хорошая, Смейл, пока все нормально. Мы хоть и аркадники, зато ничего не симулируем. Смотри, старая, молодец. Вилы. Уронил я его. Это хорошо сейчас, слушай, я запомню это. Кто скажет, аркадники, вот я теперь всем буду говорить. Такую Эй, задний включил вместо повышенной. О, уже старый стал всем. Пипец, все, я потерял его, короче. За карту сейчас, Рома. Выпал он у меня из-под него. Сейчас его попробую, ладно, на хвоста зацепить, вытащить его. Ну хоть за карту не улетел. Блядь, урон. Ты знаешь, как это делается? Цепляй его просто лебедкой и наезжай на горку на какую-нибудь. Он да, вот сейчас его. Ты под низ подъедешь. Вот надо его сейчас утаскивать. Я на 5 секунд пойду. Все, давай. все, я вытаскиваю его оттуда. О, давай, иди. Я сюда. Походу Шишигу не довезу, блин, а. АТС, наверное, Саша, не буду, я просто не успеваю по времени. Потому что мы... Сколько мы уже играем? 40 минут, мы только пытаемся открыть взять с вами этот... гараж, блин, да. А еще после гаража там... Ну, пошустрее дело, конечно, пойдет, но все равно. Я вам пытаюсь хоть одну машину до гаража уже довести, у меня Шишиг уже здесь приуныло. Урон 330 из 400. Инструктаж не получится, заболело. Кира, так наоборот. Водочки с перцовкой и подлечься, и инструктаж веселее пойдет. Ах, блин, я доеду все-таки, надеюсь, а? Осталось-то чуть-чуть. Саня, я не знаю, как это хорошо нет, но вот с этими палками ты сам видишь, какой я выхватываю урон. Да, они палок постоянно. Тут вообще от души просто. Да нормально, че. Все, Димон, ну, я зацепил прицеп, все нормально. Я реально выхватываю урон. Поехали, если че, сопроводишь меня. Вдруг просто где-то я разобьюсь. Каждое задевание деревом мне 50 хп, 70 хп идет. Спасибо за лайк, спасибо. Так, ты уже так, горка и... там? Не забываем, да, кстати, да, ставить поехали. Лайки. Давай я сзади-то за тобой, если что-то. Вам надо Добрыню брать. Сюда. Или да вперед. Успеем еще. Или вперед мне перескочить на Тарасате сразу взять.
Не-не-не, не надо, сейчас я это, сейчас трону, подожди. Сейчас я намечу вот просто дорогу, что уже не смотрю. А через озеро там, Ром, и все, и поперли. Сейчас. Ночью Евро 2, ну посмотрим, если люди будут, то можно будет и Европу катнуть. Люди будут 1 мая. Тихо-тихо, не бей, не бей, не бей. Спасибо за лайк. Эта игра, да, она платная, Владос. Вся инфа есть в группе ВКонтакте. Вся инфа там. Я все же палки уберу чуток. Саш, ну сам видишь, что происходит. Только немного убирай, 30%, а то что-то Рома. Что мне скинуло? Камень мне скинул. Понял. Ты видал? Да я вижу, что ты на бок завалился. Сталкер, спасибо. А что за херня произошла? Давай, может, я на всякий случай свой попробую подцепить, тоже пополню. Нормально. Да, тачка. Карта выйдет через пару дней после вот стрима. Сейчас ее там вот Саша немножко исправит денек, наверное. И как раз на майский, я так понимаю, будет в общем доступ. Ох, ё-моё, это да. Давай я вперед пролезу, возьму тебя на трос сейчас. Потащили? Да-да, потащили сейчас. Нифига себе, Тим, а чё это так он сделал, почему? Дай знать, Тим. Теперь, чтобы покататься в АТС, как пишут его, нужно идти на канал Бухому. Он создал свой канал. Странно. Собираемся все, мы все вместе, а создал туда идти кататься надо теперь на стрим, блин. А чё так, Тим? Почему? Как бы сходить-то можно, но... Лешего пригнать, что ли? Куда пригнать? Погорят, ты уже можешь, блин. Ты видал, какой подъем? Тут на пустой машине, блин. Да я и говорю, как тут с дровами ехать, я вообще без понятия. Блин, а. Нормально, да, нормально. Как же мы доехать, ничего, сейчас мы затестим, если что, он потом поправит что-то. Потому что, если тут реально будет сейчас перебор... Вот, кстати, Саш, когда делаешь подъемы крутые, намазывай хотя бы где-то 60 на 60 экструдес. Будет полегче подняться, колеса не будут проскальзывать. Он и сильной грязи не даст. По дороге проходи на крутых подъемах и на где у тебя узкие дороги и справа обрыв, допустим, и слева. Сейчас, там тоже тихо. Можно экструдус чуть-чуть добавлять, где-то 60-65, чтобы легкая грязь была. Тогда колеса не скользят, машины не падают. И народ не матерится на авторе. Ну. В этом случае. С палками лажа, да. С палками я говорю. Был Виторган, один дизлайк уже стоит. Ну, скорее всего, заходил. Никаких объяснений нет, просто в личку кидает свой дискорд. Ну бог с ним, Тим, ну хочет, пусть кидает. Что такого-то уж. Делаем свои просто выводы. Вот и все. Подписался на тебя вчера, и мне зашло. Очень понравилось. Ты помнишь меня? Конечно, помню. Мы засыпали вчера и вспоминали тебя. Слушай, да. Биг Босс, можно будет с нами поиграть? Но если есть тебе от 18 до 20 лет в ЕТС. Моложе, к сожалению, нет. Если ты еще ездил на Opel Ascona. Тогда добро пожаловать. Да, то можно и до 18 даже. И обязательно в условии надо знать, кто такой Ленин. Желательно лично. Саша, давай, хорошего вечера тебе. Коля Клаус, здорово. Ох, я походу шишу все-таки довезу. Слышишь, это жесть. Как ты там, Рома, успеваешь туда ехать? Я тут по этим палкам не могу вообще пробраться. Да палки дичь вообще. Палки, блин, какая-то. Даже. Вообще просто не пробраться. У нас с Ромой стоят палки крутящиеся. Они крутятся у нас, Дима. Ну у меня тоже, нет, у меня тоже, у меня было, что какая-то елка крутилась, вот под колесо попало. Нет, они крутятся, они все должны крутиться. А нет, так и больше ничего у меня не крутилось. Крутится. Вот я об них и выхватываю. Все, я попался, по-моему. 15, к сожалению, нет. Все, у меня топлива осталось мало-мало. Тут есть? Меня тут, короче, распяли на это. Где-то подзаправиться. Рома. Дичь, а, просто дичь. 380 из 400, доеду же до Лешего, наконец-то. Знаете что, парни, надо встречать Рому и ехать, наверное, с той стороны. На чём? Сейчас? У меня все машины убиты уже. Сейчас чуть-чуть подзаправлюсь. Блин, я на палку воткнулся, прикинь. Я на лишаке, Ром, лечу. Наделся на палку? Ага, это жесть.
Лебедкой стягивайся, под... они же крутятся. Не-не, знаешь, как она прям торцом под, под бампер залезла, сука. Грома, я тебя стягивай. Даже не могу за тобой успеть тут подняться. Я тут вообще весь в палках, как ежик уже стал. Блин, а? Ёжик, блин, ни головы, ни ножек. Да вообще грязи нет, ребят. Палки хотя бы на сухой земле лежат. Да лучше бы грязь, да, действительно. Нет, а если палки в грязи, вот это попандос. А, ну если так, что ты просто не представляешь, через какие я сейчас здесь муки ада еду, блин. Как я всю карту уже искатал, не представляю. 380 из 400, я пытаюсь хоть что-то отрывать. Доеду, все, Кира, доеду, блин. О, сорвал я наконец-то. Я могу в программе голос доехал. Поменять, не, Биг Босс, не вот надо. Вот Саня уже вижу. Ой, а Рома где? Ой-ой-ой. Мне тут надо реально столкнуть палки. Сейчас, Рома, подожди, я вроде за... я залез тут на горку. Я пытаюсь тебе сейчас прилететь. Ну я так подозреваю, что вы сами успеете переплыть, пока я доеду. Так, я все, конечно, я добрался вижу. Хоть, а? Тебя Иван, здорово тебе, сзади или спереди, Рома, не спускайся, подожди. Подожди. Тащи меня назад. На, блин. А ну подожди, сейчас я попытаюсь сам сначала, если не получится. Ты что? Не, что тут у тебя там... Что-то дергаешь. Проезжай. Может, давай я сзади фуру тебя попробую толкнуть. Я ж фуру тяну сейчас. Ну ты назад, фуру. Ты вроде начинает крутиться. Сейчас. Фуру ты можешь оторвать ему. Извиняемся, но правила такие. В конвое можно ехать сзади, так, но чё? В Дискорд к нам заходить тогда не надо, потому что у нас давай, от 18 до 20 лет. Моложе, к сожалению, нельзя. Чё мне повезло, мешает? Это мастерство. Всё, я просто опять повис, мастерство. На какой-то коряге. Тебе этого не понять, конечно, Кир. Но это мастерство. Это когда без дамага доедешься. Да блин, это палки здесь сумасшедшие. Просто ну, каждый. Я еду вообще ни одного. Ну они у тебя, видишь, там ты их сделал что-то, физику какую-то. Ну я, Рома, тоже сделал. Урон 300 просто за палочку получил. Слушай, ну это бред какой-то, реально. Я вообще вот просто я ее чуть-чуть снять. Зацепил и 300 сразу выхватил. Клевые палочки. Блин, да что ж. О, сорвало. Саш, ты видел, да, сейчас вот. Что было здесь, блин? С этой палкой. Ну че, Ром, давай, может, я фуру попробую. Ты цепляйся спереди. За лебедку. Мне надо. Во, все, пошла вроде. Спереди у меня стоит палка, понял. На, сука. Втерлась мне под бампер. Мы там аккуратно. Кира, ну а ты же видишь, там дичь какая. Давай попробую, я тебя сейчас за фуру зацеплю, потянуть. Принимай лебедку, так вот может, именно, удивить. Димас, ну ты сам видел, давай. Просто задел ветку чуть-чуть. И 300 урона сразу. Смотри, не переверни меня. Вот еще одна ветка лежит, даже не знаю, как ее объезжать теперь. Ну, медленно проезжай через нее. Давай, чуть-чуть. Вот она прям малюсенькая, блин. Дай пошло. Радик, да скорость-то вроде небольшая. Давай. Еще. Ну до гаража хоть добрался. Ну как ты, 20 а ну давай, повысил, давай, Димон, это. Давай я развернусь, может быть, тихо, и туда тихо, попробую. Не, так не делай, не делай. Сейчас тут другая у вас проблема будет. Отъедь, я сейчас возьму там за палку. Через камни, да, вот тебе? Да вот по этой луже. Да по луже-то там нормально вроде. Сейчас еще одна попыточка. Сейчас я к ним подъеду. Блин, грязь черная, это у меня из-за настроек. Ух ты, как там встрял-то, японский городовой. Тебе надо... долго. Тебе надо выезжать. Не открыли гараж. Мне надо назад надо выдернуться. Это все потому, что ну-ка, давай попробуй тебя за морду. Ага, я не достаю. Все правильно, Калаиз. Не достаю я до тебя. Все, кто в ЕТС катают, все знают, что это Калаиз город называется, а не Кале. Кале. А он Калаиз на самом деле. Ну читается он Кале. Ну-ка, Рома, давай-ка я тебя за морду попробую пододвинуть. Давай. Ну-ка, давай. Но немцы говорят Калаиз. Это порт. Ну, это не французы Кале. Говорят Кале. Не, никогда. Давай. Влево колеса выверни. Я не думал, что мою карту будут качать люди. Клэшер, ну значит хорошую, блин. Сделал карту, не знаю. Подожди, отцеплюсь. Завтра посмотрим. Стой. Возможно, я отъезжу. Я отъеду назад. Флэш, это вторая карта вышла. Да, он ее выложил на СТ-мотер. Да, дал бы хоть нам на обзор сначала. Так, вот. Ну и дал человек. А ну давай, упирайся в меня. Давай, все вместе. О, вот сразу вышли. Отлично. Фух.
Фух. Да пусть он тебя на троса возьмет, попробовать выдернуть тебя. Всем спасибо, я пойду. Возьми проверь. 101, да-да-да. Все, ладно, все, погнали. Калаис, все правильно, Дим, говоришь. Калаис. Я так знал. Ох, ё, вот это залип, нихера себе. Все, у меня сейчас уже соляра кончится в краде. О, сейчас едут еще кувыркаться начнут, да? Нет. Я тебе тоже на помощь еду, Ром. Там операции и спасательные по гаражным частям. На карте забыли бензовоз поставить, и вот мы его тащим здесь. Ну как, не забыли? Не забыли, да, его поставили, забыли прописать. Мы был небольшой ронг. Да, небольшой косячок и все. Так бы мы его заправили и доехали бы, конечно. А так немножко даже вот поинтереснее это... что-то. О, вижу, вылез. Здесь 55-й старый. Такая грязь, не грязь. Так. Если там не прописаны огромные значения. Димон, а что ты один едешь? Я вот ехал за Ромой. Вон его потащили вперед туда. А, так они уже вперед. Через воду, да? Я сам еду. Ты тащишь? Не. Уже сам идет. Бензин взял. Какой бензин? А как ты тащишь? Там стоял ГРАЗ 255 с отцепкой. Переставили с КАМАЗа, прицеп перетащили на ГРАЗ. Блин, парни. Хитро. Хорошо, что он с отцепкой стоит. А, ну если бы тот с бензином был, подавал. Я тебя в воде не вижу, где у тебя там колеса. Сейчас упадешь. Да. И меня забираешь с собой. И меня забираешь? Сейчас, подожди. Что вы там творите? Все, мы тут кувыркаемся. Давайте я, может, подтяну наверх. Сумо. Я вроде бы дерево нашел. Бодается. Пузяками. Извиняюсь, Димон. Да не, нормуль все. Я что-то не ожидал, что там так глубоко будет. Заедешь? Надо прозрачную воду поставить. Не знаю, пытаюсь что-то вообще. У меня его... камеру сверху делать еще очень более-менее. Плохо. Не, у меня водичка стоит прозрачная, я вижу эту всю весь этот выступ. Это НФС 2018? Нет, это НФС 2017. 18 будет в следующем году. Я и забыл, у меня же табличка все стоит, же, я тут все могу поставить. Мы ее просто назовем. Кого надо отремонтировать? Да не надо уж, пока едем. Слушай, я здесь подзастрял. Сейчас гараж довезет, Рома все отремонтирует. Слушай, и водичка прозрачная у него, и точек нет. Димон, ты вообще еще старый читак, да, оказывается? Ну я тут подбираю, чтобы поприятнее было ездить-то. Намного приятнее, я так понимаю. Ну да, намного, как бы. И карта открытая, как бы, и вода прозрачная. Кстати, Сань, есть классный мод у фото. Всю воду можно прозрачно сделать. И у меня сейчас, кстати, этот самый табличка, ребята, как на полигоне стоит. Я забыл про нее. О, да ладно. Ты на стрим еще объявляешь, блин. Ой. Ну я и видос пишу, видите. Ну как бы. С табличкой, да? Да. Там с табличкой. Так я ее сейчас только что увидел. Так он и не обижается, ведь на Аркадника-то он сидит спокойно и улыбается. И табличку знали бы вы, что у меня еще, да, и табличку переключает. Поломался, да на, лови, блин. Поехал дальше. Рома, а что ты по точкам едешь? Езжай за мной. Я сейчас просто решил проблему с топливом, у меня кончалось. Или ты уже проложил? Да, нет, так нельзя, Дим, делать, серьезно. Да, это меня научили тут, я буквально на днях поставил. Удали. Надо убрать, поставить там труи, поменять. Это зло, это... Да ты что, даже вообще не надо. Это все с Пентас плюс. Да, это все оттуда, все оттуда. Ну это мы машины какие-то тестили, что-то я ее воткнул и так оно у меня осталось. Да, лебедку еще куда ни шло, ну ты что, табличку, да ну нафиг. Вон все в чате пишут, да читай, блин, понесло, читерило, блин. Электрическая лебедка, ребята, это уже не чит, это нормально. Электрическая она и должна работать. Ну так это японская, что, нормально. Ну, нормальная, хорошая японская лебедка, да. Блять, я на Мерсе не могу догнать Рому. А еду за ним потихонечку. Рома тоже читак, просто он, видишь, видео не пишет.
с табличкой. Я на дефолт еду. Почему? Я понимаю, я на Мерсе и не могу догнать. Я пустой еще, ты-то с гаражными частями даже. Да? Да. Как я на табличке? А ты с чем думал, я еду, ведь не с лесом же, блин. Эх. Ну да, надо будет табличку отключить. У кого стрим будет по конкурсу, по гонкам? Clasher Game, если меня позовут, то у меня тоже будет по гонкам. Но меня пока не зовут. Рома застрял. И не знаю, позовут ли даже. О, догнал Саня. Диман, а ты отогнал уже себе в гараж машину? А зачем? Мне у гараж с собой. Да, у меня все с собой, я ж сейчас. Он на лесоповале стоит уже. Я там, блин, видишь где? Нет, Диман, удаляй все. Да, да, да. По крайней мере, с нами, когда играешь. Саня, даже не обратил внимания, сейчас только вот уже, когда ты меня спихнул с этой ерунды. Настолько уже к ней привык, да, что уже не обращаю внимания. Блин. Давай сразу цепляйся. Как? Так я, видишь, катаюсь-то постоянно на полигоне, когда машины там что-то делают. Валер, поэтому я на нее. Да, что тоже, скорее всего, не позовут. Да, с табличкой-то что-то. Газуй. Я газую, еще и лебедкой тяну. Я вот на пониженной здесь не могу. Что-то я не замечаю. Тоже. Ты бы хрен заехал бы, если бы я не газовался. А сколько тут пилок? Что-то я не посмотрел. О-о-о. Зря ты отцепился. Отходи, отходи, отходи быстрее. Куда? Долгая история. Блин. Сейчас, быстренько. Мы же по 8 очков ведь возим. О, и на 100% уже. Блин, ты что-то знаешь, да, Валер? Что меня точно отходи, не возьмут? Быстрее, да ты сам там застрял. Я вот так, я же остановился, ну я еще заряд тоже там. Я видел там сообщение, что типа, мол, много заявок, мы прекращаем прием заявок, хотя я подал один из первых, блин. Я думаю, что специально меня не возьмут, скорее всего. Потому что судья Витаргаш, он скажет, блядь, это, ну, типа, мол, какого хера босса звать-то туда. У него все есть. Ему не надо, у него все есть. Ну да. Добрые люди посоветуют тебя не брать. Ну, скорее всего, так и будет. Slasher Game. Название моей карты подходит. Кривые дороги, очень много дорог, кривых подъемов, почти нет болота побольше. Что? Ну, не знаю, посмотрим. Карта, что за карта. Слушай, если Сань, интересно будет с картами. О, а ты сейчас все равно в конвой опоздал уже. Может, да? Эту и сыграем карту? От Clasher'а? Да. Ну, можно будет следом посмотреть, а там что в комментариях пишут? Конечно, конечно. Если мы сейчас сильно не озябнем тут на этой карте. Не озябнем, сейчас только гараж откроем и все. Ну, самое главное открыть гараж. Саня бомбит уже потихоньку. Я бомблю из-за веток этих, блядь. Ну да, какая разница, они сейчас тебе достанут так, что скажут, все спинки хватит на сегодня. Не, ну я сейчас этот, с собой Мерс потащу, в принципе, потом с лесоповала. Зато какой кайф, когда гараж здоровенный, тут хоть 8 человек пошли. Да, это согласен. Толкать тебя, Ром? О, или кстати, не толкай, ничего. Не, а я вот так ни разу не делал. Смотри, сколько зданий, 4 слеплены. Такой здоровенный гараж получился. Это прикольно. Решение интересное. Так, народ, я буквально вас на 2 минуты покину. Сейчас я стакан воды плесну, там мне нужно передать кое-что, сейчас буду. Так, все Ром бросили, он там застрял. Да. Я еду где-то сзади, непонятно где еще только. Какую сторону? Да ты через один поворот, 100 метров. Куча развилок тут, так, куда тут, направо. По прямой 186 метров, блин. Ну, по прямой мне не взять. До гаража. Вертолет бы сюда из GTA-шки. Вертолет из GTA-шки, нормально. А он дрова не возит. Сразу махнул, да? Да, да. Краза бы хоть... Так я и говорю, что 7 пилорам мы тут обоих вообще опухли. Это сейчас надо сразу две машины тащить в это. И куруму, да, бы сюда? Да. Похер, палки, ветки, бес. Сейчас я тогда на Мерсе снаряжусь, поеду сразу горючку привезу. Да ё-моё, блин. На старт. А тут не палки, так камни, ё-моё. Да ё-моё. Ну, сейчас пишем почти, ё-моё. Ну, камней тут вот по этой части карты, немножко тут, немножко тут, а там больше нет камней. А вот на ту дальнюю пилораму я хочу съездить. Что-то тут он жестко с камнями. Там столько грязи, какое-то болото. Я вообще не представляю, как сейчас бревна тащить. Ну что, получается? Ну как сможете, ребята. Роспуски и поедем. Не напрягайтесь, как сможете. Роспуски по 8, нормально. Наверняка у кого-то будет сейчас лучше получаться, кто-то хуже.
кто сколько сможет, столько заполнит. Вообще 4 по 4, если с прицепом, например, на лешем, так тут вообще в легкую можно везде проехать, да? Нет, я думаю, распуск здесь неуместен, Ром. Блин. Да? Да. А тут же не тпхнуться на этот самый-то, да, в гараж-то? Это надо машину гнать. Надо мне на туда симуляторе туда... не тпхнуться. Надо мне тогда ворать этого лешего. И потом у нас так не делают. Вау, наконец-то доехал. Гараж открылся, офигенно. Давайте хоть крабу. Я вот что сейчас думаю, блин. Ехать на заправках, на заправку на машинах или... О, блин. Да. Я поеду, например. Ну, ты в любом случае до туда еще сейчас сожрешь бензин, потом обратно до точки погрузки сколько. Ну а где заправка? Заправка вон. Ну заправка Сын, не очень далеко, но тут... по таким, она рядом. По таким качкатошам ты уже потеряешь сейчас. Диман, мы возим 4-4. Слышишь? Сань, я думаю здесь не так это критично, поскольку сможете, столько возите. Да, потому что 7 пилок и такая. Да, с такими дорогами вы охренеете тут на каждую. То сколько ездить. Берите там, как бы. Да, и куда хотите, туда езжайте. Мне кажется, потому, что тут бы хватило и 4, наверное. Тут 4 бы хватило. Ну куда едет и все. Ну окей, ладно. Я снова буду 8 брать. Я по 4-4 беру. Я тоже 4-4 беру. И маячок обязательно ставлю. Саша, видишь, ставлю маячок. А я на Мерс ставлю, наверное, роспуск, потому что я. Пишут, что карта для гонок. Ну тогда я не знаю, поедем мы твою карту, не поедем, честно говоря. Мне понадобится. А резину посоветуйте какую-то. Для гонок вообще или понт. Ром, дефолт, понт. Понт ставь. Понт поставить, окей. Не, ну хочешь дефолт ставить? Дефолт он поуже немножечко. Все-таки, да. По-моему, лучше пол. О, неужели я гараж вижу? Ёлки-палки. Че, мы на заправку? Да. Ну погнали. Вы по одной пока машине? Да. Да? Да. Да ну нахрен, тут еще две машины тащить уже, блядь. Да, я лучше по одной. Будет жить, согласен. Спокойно. Я просто Краус нарядил, он на выход, он у меня уже стоит. А, у тебя уже все здесь. У меня все три машины здесь. Нифига себе, ты чё так? Чуть-чуть тут Саня, конечно, поспешил. Делать. Да что ж ты... А. Так, там машина впереди, я не просто так встал. Встретились. Я пропустил. Да, я в стороночку отъехал. Нет, за мной надо ехать метров за 200 от него. Потому что сейчас на каждом повороте он будет останавливаться. Валер, да я понял. Но если там комментарий, что карта для гонок, то мы ее, скорее всего, не поедем. На стрим, я так понимаю. Нет, гонок, Богдан, здорово тебе тоже, зачем добро пожаловать. Жал? Так, застрял. Опять встал. Ну так не едет машина с лебедкой. Потихонечку поднимается. Начали сигналить. Фу, а да поворот ехал. На заправку где? Налево. Налево сразу. Налево, принято. Все время налево и приедешь на заправку. Так, пересаживочка, я на краза. Ну все, я потерял скорость. Так он на повышенный и не въехал бы здесь. Да, там камни какие. Вот здесь въехал на повышенный. А там не хотел. Блять, я как уже бревно вижу, меня прям коробит, блядь. Тише, тише, да, спокойно. Палками тут, конечно. Нормально, да. Ну не знаю, от них очень сильный урон все-таки выхватывает. Урон, да, идет. А вот этот подъем на заправку, Саш, вот это классный. Вот такие дороги я прям обожаю. Странно, у меня вот наоборот не отключен урон от подвески, да, и я не получаю урона. Здесь, на этой карте. А от палки как следует идет вообще. Ох, Саш, вот это подъем вообще суперский просто. Слететь с него как нихер делать, блин. Надо, вот, короче, Саня, надо грязи помазать чуть по дорогам там. Просто может, да. Совсем они сухие были, а чуточку, да сколько там, Влад, ты говорил? 60, 63, 65. Чтобы исцепление чистый... получше и такая вот. Просто чистым экструдусом пройтись по всем подъемам и спускам и боковым наклонам. Потому что так, когда с грузом соскальзываешь с дороги и падаешь, это хреново. А экструдус как раз не даст машине. Вау, вот это как. Вот этот подъем, нихера.
Ты ж тут если кинет, швырнет так. Скажет ли я вторую карту, которая вышла за два дня уже от него? Мы подумаем обязательно. Если она для гонок, то я повторюсь, скорее всего нет, мы не поедем. Как для гонок, если пилорама едет? Володя, здорово тебе тоже. Сань, направо. Давай я сейчас, наверное, пущу тебя вперед, сейчас я прижмусь, потому что я даже пока не представляю, куда ехать. Эх, я уже... А, как ты там проехал, а? Вы видели, что Влад сейчас сделал? Просто пролетел через деревья, блин. Читак, наверное. Я даже не заметил ни одного дерева. В какой компании я езжу, а? Вроде все уважаемые люди, мододелы, картоделы, блин. Я именно знаю, ты помнишь. Да, херачит, не стесняюсь просто, блин. Я тут думаю, как лучше завернуть. А вон, смотрите, на повышенный улетел просто, блин. А ты не думай. Я вижу, что здесь даже думай. Здесь видно. Как, что, куда, где? Вот, ну, дорога-то, Саша, она вообще классная. Читакам привет. Александр, и тебе здорово тоже. Привет, привет. Сегодня сделаю, все поправлю. Саш, спасибо, что воспринимаешь так. Критику всю хорошо, да. А то некоторые обижаются даже. Зритель так, наш такой же, как раз наши стримы смотрите, значит и зритель такой же, читак. А ты что направо тут свалил? ХЗ, а куда еще? А вот здесь на точку прыгнем. Погрузки. Сань, ты по елкам не можешь по дороге ехать, ты еще прыгать собрался там где-то. Так а там зато нету этих. Ты уверен? Вот это комплимент ответил сейчас. Да, там нету палок хотя бы, блин. Я бы лучше даже по срезкам ездил, чем по дороге с палками, ё-моё. О, урон 45, смотри, Саша, опять. Стоит мне чуть-чуть задеть ее. Стоит чуть с дороги уйти, и все, и урон. Сань, тебе надо этот файлик поменять. Потому что... А тогда я за них цепляться не смогу, у тебя ветки нет, смотри. Они так же будут работать, просто они прокручиваются, понимаешь? Ты ее будешь отодвигать просто. Это я сделал такие палки еще до выхода мода палки. Задолго до выхода. Так эти но палки очень. Вот так крутились в 13.04 версии. Ну, они крутились вокруг своей оси. В 15 году я еще не ездил. А в этой версии они перестали. А, ездил. Коля Корнеев, здорово тебе тоже. В вашей компании возможно поездить в Spin Tires? А, Володь, если тебе 20 лет, если ты общительный, активный, то можно покататься, а то часто есть такие стесняшки, которые сидят и молчат. Буки. С ними просто неинтересно ездить. А так можно покататься, почему нет-то? Бревна твой ночной. Вот именно, мне даже не нужно Outlast 2 сегодня играть, мне бревен хватило этих. Это как он кошмар. Так отлично съехал, вы поняли, да? Блин, вот Леша это зеленый вот этот, да? Да. Во, на нем приятно тут кочегарить. Вот едет от души. Кочегарит, да. Слушай, а ты видел, где лесоповал-то? Там в какой-то он дичи прям находится. Да нормально здесь дорога такая же. Не, я вижу, что лучше ехать на точку погрузки, наверное, а на лесоповал вообще не ехать даже. Я хотел взять. Я вторую ходку туда съезжу. Ну блин. Я без крана. Если я что же без крана? Хуй я сижу умничаю, блядь, на точку погрузки. Что, погрузи, Саша, да. ЮА, можно было в тебе еще папоротничка просто где-то. Немножко вот разнообразить растительность. Не надо, ну ты что, чем-нибудь разнообразить. Здесь замечательно, шикарнейшая тундра. Это тундра так? А мне кажется, должно еще что-то как бы. Тундра, парни, не такая. Один написал, что лес возьми интересно. Выложишь тундра. Видео, а карта не моя. Валер, посмотри. Она отличается тем, что равнинный пейзаж. Так, вот как-то тут надо перескакнуть. А тут тундра, плавно переходящая в среднюю Биг Босс, классу. Хоть ты и разговорчивый, но ты молодой слишком, 15. Володя, 28 лет. Володь, заходи к нам в канал Discord. Ссылка в описании есть. Здесь всегда найдешь и напарников с кем поиграть, и с нами, возможно, покатаешься. Слушай, так 15 лет, это же не Биг Босс, это же... Это не тот Биг Босс, да. А Володе 28. Не тот, а какой Биг Босс? А сказали, есть какой-то Биг Босс, который в GTS, да, что-то там делает. Админ GTS, что ли?
Блин, чего-то вылез. Надо было роспуск поставить. Скучно мне с прицепом здесь. Бревна, да, кобра, здесь они везде уже просто. А я ж тебе говорил, его спустят. Нет, нет. Ну мне надо было хотя бы на мысль поставить, просто что-то я постеснялся. Да? Нет, Влад, тут я тебе говорю, это тебе так сейчас скажут. Когда ты роспуск оденешь, загрузишь, зато классно было бы. Было бы классно. Ну вот если спавал, я бы уже точно не выехал. Тут видно, что тут роздох. Я надеюсь, там мне на встречу сейчас никто не поедет. Едем. Подожди, все жди, жди, жди. Да, жди всех нас. Разъехаться там здесь негде. А внизу-то есть место? Что до хрена? Ну внизу дождись нас, я оттуда. Мне еще долго, я еще. Ты сейчас назад сдавать? Да. Да. Я еще мэр столько тащу с лешим на гараж. Ох, ёп. А если ты кран вешаешь, ты на лешим сколько очков-то повезешь? 8-то обязательно вези, Димон. Да я еще до гаража не доехал, я их обоих сейчас тащу туда в гараж. Стоп, а куда здесь ехать? Есть прямо дорога. Пиздец. Прямо мои же. Типа срезать. Сейчас, короче, да? сейчас, прицеп у меня упадет и все, и вся машина туда за ним. Ну ладно, тогда А ты говоришь, что это. Он, да, соскальзывает прицеп на этих, на. А с роспуском тогда как бы мы там поехали. Да, та же жизнь была бы. Разницы нет особой. Саня, давай, братан, я болезнь, я на лесоповал. Блин, мы бы с удовольствием, но мы не взяли краны. Я со следующей поеду на точку погрузки. У меня на другой машине кран поставлен. А на Месси тут потом такие краны поставишь. А на длинный роспуск не поставишь? Ну на длинный роспуск, ну я сама сойду здесь, реальный роспуск. Ну я бы тогда на лесоповал бы не поехал. Смотри-ка, Мерс тоже копает отлично. Ну. Стоять. О, неужели я до гаража доехал-то? Ёкарный бабай. Жаба, не вздумай падать. Ну нахер. Вот это да. Стойте, не уезжайте. Смотри, что делает босс. Первый раз вижу, что босса такое делает. Я тоже здесь ехал. Да боролся, слава тебе. Господи. Урон 403, блядь, 600. Двигатель загрузка. Game over, короче. Я себя отремал немножко. Так, сейчас я буду. Это ты об дерево побился. Да. А нахрена тебе, вот скажи мне, это. Сползать здесь было. Защита кабины. Ну это же было хренячить. Морда. Так я ж поставил защиту. А бил не защитой, да? А хер его знает, чем бил, ну, блин, чем а? Получилось, да, тем забил. Капец, один я в ЕТС могу погонять. Паша, почему не можешь? Все там могут, блин. Это все бревна, да, блин. Парни, облуточек погрузки вас ждут. Ждем всех. Так, а ну, Димон, там что где-то есть. Я обуваюсь еще только. Так. Володь, так что заходи, ссылка сейчас в описании есть на канал. Кстати, Дискорд. Димон сейчас на заправку, если поедет, я с ним постараюсь. И покатаемся обязательно. О, я тут какой-то. О, Сань, давай машину. Пока бросим здесь машины, вторые приведем сюда. Пусть стоят здесь. Ну, давай, давай тогда так сделаем. Сейчас дверь закрою. Я по срезке здесь проехал, слушай, классно. Короткая срезка здесь, специально грязи намазана даже. Тогда мы тоже там заезжали. Тоже, сейчас. Да, заехали. А да, я что-то круговую на Мерсе подпёр по дороге. По слушай, ну у меня Мерс недалеко от гаража. Не в гараже. Здесь затащить мне вот в эту горочку последнюю нужно. Слушай, а на Мерс что поставить? Димон, не, бак не ставь. На Мерс, ну что, дампер свой любимый ставь, я с ним поеду. Бак не ставь, который... Нет, бак не ставь, который за кабиной. Вот. А короче, вот это... ставь, короче, панелевоз рам. Мне надо было сами взять 257-й, вот на нем панелевоз здесь разрулил. Он эти переезжает елочки, только влево. А, вот, нашел. Потом а что за 257-й? Удлинитель, ага, и панель, трейлер панелевоз. На чем я еду. Да. Вот, нашел. Ему ага, эти елочки, у него есть. За это ага. Балансир. Да. Ну, вообще, и колеса поставь лучше понт. Вот, они по сухой, так сейчас вроде более сухой больше. А вот эти большие. Тоже. Может на этих переворачиваться меньше будет? Ну нет? Может, херово, да? Ну, давай поеду на этих на больших, ну.
Слишком большие места, ты будешь не попадешь в это, но да, на ширине дороги ты будешь. Там колея будет еще. Летать, да. Да пускай чудо. Да может этот самый хоть по этим палкам будет переползать нормально. Общем, мягче будет. Ну, более мягкие. Большие. Так, теперь мерс надо мне тут нарядить. Так, а чего мерс наряжать? Будем езжай пока на одной машине. Да, босс, по 4-4. Да, я так же сделал. А резину какую? Хайвей, стандартный, оффроуд, что лучше? Я поставил хайвей на краду. А на этом оставил дефолтную на мессе. Стандартный, я тоже оставил. Потому что на мессе я собирался в грязь ехать. О! Кто там мне мешает? Антоха пришел. Уезжаю, не мешаю. Привет, я отодвинусь нормально. Да все, мы выезжаем нормально. А чё без прицепа ты на мерсе? А, мешает кто-то, всё, понял. Всё, я прицепился. Да, мешали там. Такс. Слышишь, чё? Влад, тебе бак надо сделать, ёлка. Да, на Мерседес добавить. На мерсе обязательно бак, ну, рам, пишет топ-бак какой-то. Он же... Не, ну чтоб вешался. Там 40 литров за козырьком. Ну это ж... Интернет не работает, игру купил, а играть не могу. Так это интернета, что ты? Ну, оплати, перезагрузи, Паша, ё-моё. Так, всё, я тут накрасил губы, короче. У него свой бак здоровенный. Сейчас пересажусь на краза, кразом поеду. Тут может так все побольше. Не, я люблю камни тут возить. 30 литров, да. У него 630 литров бак, конечно, не 450. У него бак-то огромный же. Я его мерил, высчитывал. Он не так быстро, просто по сторонам смотрю ещё. Ну-ка, едет он у меня. Урон. Бляха, ты муха. Как эти ветки еще объезжать? Я не знаю, все, встал. Веток, Димон, короче, крас любит на один плюс. Ой, прицеп у меня отцепился, парни. Ё-моё. Как? Потерял? Ну. Он вообще не отцепляется, ни хера себе. А, ты его, наверное, от машины. Нет, я мерса, наверное, дернул на веревке, он у меня шел. А, ты пока на веревке с прицепами не езжай. Ты зря две машины тащишь сразу. Да, на веревке только с распуском, если за раму цеплять, а за это бесполезно. Да? Это такие прицепы, они, короче... Они все время отрываться будут. Они с любой машины они отрываются. Ладно, поехал на кразе. Давай, копай, мерс. Искать заправку. Не, я с лебедкой там залазил, Ром. И вот здесь, походу, все, да, у меня как движок тут. Сейчас мне лебедка нужна, реально, не залазит. А мне нужна лебедка. Так, где тут заправулка-то? Сейчас я одним глазом. Ух ты, ё. Да реально. Два поворота. Напрямки тут сегодня, никак? Мне же сегодня написали... Вот и улепетал, нет бы меня взять на него. 6x4, крас исправить. А что там с ним не так? А, я переделал сцепку, когда этот фаркоп. А, ну там крепление фаркопа не совпадает немножко со сцепкой. С прицепом, короче. Ну, точки не сходятся. Так ничего, там все нормально. Просто внешне не очень приятно смотрится, то, что там ниже чуть-чуть. Ну, понял. Так, снова запоздалый вопрос. Если не трудно, чья карта? Карта от Саши УА уже. Хорошего картодела, известного картодела. Более-менее за месяц от него уже пятая карта вышла. Что-то Димон вот тестируем. Пропал. Чуть-чуть он ее подделает. И, скорее всего, завтра, послезавтра на СТ-моде будет. Так что качайте обязательно. Уже могу смело сказать, что карта очень хорошая. Да тоже. Тут подделать-то часок всего посидеть. Да, немножко посидеть, порекрейтить. Часок подделать и порекрейтить 5 часов. И все. И карта готова. 20 минут, тебе сказать, всего. Да. Не, ну с проверками еще ведь надо. Вон кто-то поехал в горочку, я вижу. Пробирками. Чтоб бензовоз появился. Так, все, я до заправки добрался. И всего лишь он 160 и 40, 200 литров, да, заправляет, к сожалению. Вот единственное, что ему бы бак все-таки еще литров на 200. Сань, у него 630 литров в баке. Да, на кразе 450 у меня. Вот тебе разница в 200 или 180.
И все равно еще бы ему канистрочку куда-нибудь. А жрет они одинаково. На дампер бы канистрочку. На дампере есть то, что. На дампер трейлер. Присунуть бы канистрочку. А тоже есть. Да, дампер 60. Вижу, да, он с правой стороны. Две канистры по 20 литров под козырьком. Ну, влетит он сюда, нет? Ох ты, бляха-муха, чуть-чуть не улетел. Сейчас он куда-то влетит, походу. Да все, блин, нет, все, не влетает он, а. Карта в общем доступе будет завтра, послезавтра, народ, будет. Завтра, послезавтра. Не влетел я сюда на повышенный, не успел, чуть не улетел. Ой, не захотел, да, ой. Не захотел. Какая тут кривая дорога. Поэтому подожди там немножко, Ром. Ты уже сзади едешь? Тут вообще нет, на заправке. Какой-то лютый поворот. Я хоть туда еду, так где заправка? Надо с дороги. Заправка налево сразу же гаража. Езжай еще. Да не, я еду по этой дороге, я просто думаю, где она есть. А, ну вот сейчас. Там такой лютый откос вообще был. Да. На горушке. Я чуть не уехал туда. Карту до утра выложу в доступ. А, ну вот, завтра выйдет как раз карта. Даст драперма. С 1 мая сразу, да. Так что завтра выходит. Так. О, кого-то я догнал. Я надеюсь, мы ее до утра как раз пройдем. Чтобы люди посмотрели при желании. А, это Рома на Мерсе. О. Сейчас я тут заряжусь. Сколько тут с собой-то можно нахапать? Нахапать да побольше, побольше. Мне таблеток от жадности, да побольше, побольше. Сейчас я тут. Все вроде. Диман там снаряжался в гараже минут 20. Я чувствую, он конкретно подготовился. Я уже как бензовоз. Меня использовать можно как бензовоз. Я набрал везде, короче. Ну ты не забывай, что у нас еще 7 пилорам, Диман. Ну вот, будет хоть солярочка. Что-то, Рома, ты там что творишь? Тут резкий поворот, смотри. Так прямо бы ехал, что за резкий поворот. Чуть по-большому там радиусу поехал бы. Километр, блин. Я люблю где-нибудь там скачунить, поэтому напрямки. Я и до заправки-то по прямой там не стал объезжать, ехал. Через ты там мест. Скачунишь, там улетишь и все, перевернешься. Видео можете посмотреть, я записался, все записано. Валера, Саша, так давайте конвой все вместе в ЕТС мы соберемся. Че вы там сами по себе-то катаете, ё-моё. Все, Рома тут. Нифига. Все, я там и только остался ей кнопочку нажать. Брейнграу, хорошо. Какую кнопочку нажать, где? Ух, какой урон я поймал. Димон, повышенный. Да, уже поздно сказал, я уже. Ох, забрызгало грязь. Сдох он у меня. Влад, а ты уже машину с точки погрузки убрал свою? Леший любит на повышенную. Не хочешь заправить? Ой, загрузить. Ой, будем. Блин, я понял, не хочешь. Давай загружу, да? Загружу. Посмотреть его тоже, чтобы и людям показать. Еще уровень низкий. Валер, давайте там, да. Все понял, Брейнграу. Понял. Ты просто сейчас был с Твича, там, с Ютубы. Не совсем понимал, где ты, что. Да, куда, наверное. Ну как уровень поднимите там, Валер, ты пиши. Заходите ведь к нам. У нас. Сидите тут в Дискорде, блин, а ни с кем не общаетесь, стесняетесь, я не знаю, ё-моё. Зашли, поздоровались, парни, кто в ЕТС? Что такое, ё-моё? И все, здесь 5 человек катает стабильно в ЕТС вообще. Днем сидят, я имею в виду. И вы с ними спокойно поедете. О, мостик какой-то вижу слева. Так, надо мне план действий. Так, направо там. Так, а мне план действий на точку погрузки подъехать. А где заезд? А нахрена тебе на точку погрузки? Я хочу и людям показать, и самому посмотреть. А что посмотреть-то? Как выглядит точка погрузки. Как мы разговариваем? На самом деле мне лень ехать, блин, на этот лесоповал уже, блин. Можно еще с него выезжать. Рома, я за тобой, короче, поехал. Да. А где тут заезд? Все, Мерс не вытянул на повышенном. Да, придется затаскиваться.
у заправки что гора, да, была? Нет, вот я еду сейчас. Лесоповал. А, не, я везде там ехал на повышенную скорость. Ну, там грязь, и из грязи он не выскочил. Ну, значит, он будешь перенастраивать, не надо. Все, ну пиздец. Так, ой, а тут-то куда? Опа, я не туда ломанул, ебтишки на жизнь. Ну как, хотел в объезд отправить он Рому? Не, нам напрямки срезать. Это как я в ВТС-ку зашел первый раз там, знаете, на скане с мишками. Догонял вас там, переплутал все, что мог, короче. Да, с 1 мая это я погорячился. Мы, я говорю, сегодня до утра тоже просидели. И говорю, парни, 1 мая, все, тебя сегодня разбанят. Я думаю, ну слава тебе, Господи. 1 мая это завтра. А 1 мая завтра, ну действительно. Ай-яй-яй, да сейчас. Свой пока, говорю, закинул в это. Стою. Ну это я не понял, так то ли немцы, то ли поляки, там конвой шел. Я там немножко. До 40 минут за ними стоял, устал ждать просто. Фига себе. Ну, они там вообще натворили дело. Давай еще надо. Все, терпение кончилось. Передок закинул. Тебе 4 или... А я 2 не хватит. Помню, сколько там надо. Я знаю, хватит. Сколько надо. 4. Да, хватит 2. Хватит, перезагрузишь потом жопу. Да. Вот так пойдет? Или поближе пойдет к себе? Пойдет, куда ты уехал? Нормально. Сейчас я поближе хочу. А что, и меня будешь грузить тогда? А ты тоже без крана? И я да. Без крана. Давай. Я без крана. Или саповал есть, если что. Мистер Босс под мостом, налево поворачиваем в ЕТС, я должен пропускать того, кто спускается справа. А там знаки стоят, беспилотник. Там есть знаки. Так, Сань, забирай бревна. Уступи дорогу, например. Здорово, ребята. Правило надо учить просто. Ух. Так, раз и второе. И давай 4, с багажника да. Еще, да. Японский. Да. Вот тут забираю, какая забираю. Палка-то лютая. Так, невозможно получить его, если чем-то занят. Подвинься чуть-чуть, вперед-назад. Все, короче, я походу. Они сзади как-то чуть-чуть. Нормально не вылетит. Вот. Ну-ка. Ну-ка назад. Че, никак? Вот это я засадил его. Передал тебе. Забирай еще 2. Так а я жму, мне да просьба передать груз. Зараза. Сейчас я отмена жму, подожди, еще раз давай. Вот появилось. Ага. Так, еще а вот раз. Это не могу. Давай, слушай, давай, сейчас, давай. Сейчас. Посигнал. Да я вот так сделаю. Вот писец. Вот это я его загнал. Все, щебень есть, лес у меня там стоит. Давайте я отъеду отсюда. На дорогу машину пока поставлю. Давай. Спасибо, Влад, большое. На здоровье. О, сломал ее, наконец-то. Вчера проехались на пьяной дороге. Ну и как, ощущения тебе там, Валер? Там компьютер тоже проверять нужно. Там железо помощнее нужно. ФПС там как следует просаживает все это дело. Так, я на дороге оставляю машину. Сейчас перед... Сейчас так, где Рома? Рома даже из машины вышел. Покурить? Ром! Рома вообще ушел. Так, парни, я извиняюсь, на минуточку опять отойду, сейчас буду пока выгрузить, я пересяду пока в другую машину. Алло, не мешать, вот тут? Там. Да, я через минуту буду, одну секунду. Насквозь через тебя провалились, блин. Через чего, кого? Через борт у тебя, под твоей машиной 4 бревна. А чё это они провалились? А, хз, не знаю, потому что ты уходил, наверное. Ну так, а чё? А хрен не знает. Ну так а чё, я ничего. Ну я понял. Так, а где тут этот? Не знаю, почему они провалились. А вот, сейчас. Одни козлы тут только стоят, что ли?
В смысле? Диме как раз грузиться с этого надо, с пола. Вот там все Дим, стой там, короче, сейчас это погрузимся. Вот где дампер, видишь? Сейчас меня Влад загрузит. Ну давайте пока грузитесь, я на секунду отскочу тут. Так, запирай прямо так, Рома. Пойду хоть горячего чайку дам. Так, есть. И подтаскивай дампер сюда. Жопу. А там 4 бревна. А ты ему кинь. А, ты блин, слушай, нет, давай, я сейчас ему лучше дам. Кинь ему вот здесь 4. Он сейчас так не станет, да, я так думаю. И передать же ему надо. Чё у меня захват здесь? Сейчас народ скажет, как они с пола грузятся? Ну, блин. Конструкция аддона такая, что сверху не погрузишь. Ну да, хочется ну, что-то такое интересное придумать, знаешь, ну, как один из вариантов интересного аддона, ну блин, погрузить его сложновато получается. Я тут? Да. Что? Димон, смотри, короче, сейчас это, Влад тебе кинет 4 бревна, вот там положит. Сейчас прям под машину кладу. На землю перед тобой положит, ага. Ты их возьмешь, ну, примешь с земли, просто наедешь на них и с земли погрузишься. Понял? Все. Потом наедешь только, прицепом и опять. Только наезжай так, чтобы их не развалить. Да, старайся, чтобы они не развалились. Это их ниже опускай, Влад, чтобы они раскатили. Так, мне как-то принять их надо, все, да? Я и так прям на землю. Да, ты подъедь, прими их, короче. Блин, подожди, сейчас одну бревну. Так он что, за рост пустой взял? Сейчас, подожди. Нет, он Ромин тоннелево садил. Он сейчас земли возьмет и поедет. А, ну его загружать тяжелее. Да. И вообще хрен. О, вот так нормально он наедет. Все, передавай. Ох, ну у меня здесь сейчас чудо-дорога слезть оповала. Забери, да, выехать. Прям. Подожди, не наезжай, забери сначала. Слушай, а тут узкая дорога-то прям пошла. А у меня нету. Принять. А ты нажми функции. А, и... функции нажми, да, и. Влад, а мостик деревянный, ты по нему ехал с лесоповала? Да, там, ну, там чуть-чуть. Давай. Кусочек здесь мостика. Еще вот один вот. Торчит. Все, промешано. Под, под колеса, да? Обязательно цепляйся. Да, под колеса. Знаю, только... Сашу, да, блин, вот. Здесь надо цепляться, а. В АТС, да. Кира, нет, не едем, давай, 8 часов конвой, но... Напротив, вот, да. Я явно туда не успел. Еще немножко, наверное, надо, да? Еще, да-да. О, ну, все, есть. Сейчас? Грузись и проезжай так же. Прицеп. Так же, да, все. Это типа, этот, знаешь, автоматический лесоповал. Читерская погрузка, короче, однозначно. Ну, если аддон такой... Не, просто аддон интересный, и, понимаешь, его сверху никак не... А тут нельзя вот на лестницу на эту на желтенькую. Она положить. Там CDT-шка, только сверху, понял? А в середине нету. Надо в середину ложить. Но это долго, неудобно. Ну, не, ну можно, если хочется поебать. Так, не, а я чё? Загрузился. Кто теперь вот, куда едет-то? На эту фигню. Ну вот, сейчас, короче, вполне, давайте смотреть. Сань, ты где-то. А чё ты мэрса бросил, Сань? Я сейчас пересяду в него. Ну, елки-палки, я же хотел с тобой же вместе ж поехать на это. Не, все, я в мэрс. Ты, Влад, отъедь с мэрс моего, пожалуйста, чуть-чуть. Давайте я, ребят, поеду на дальнюю, на самую, в нижний правый угол. Я тоже. По 4 очка туда везем. Смотри, ты там на... есть, короче, седьмая, это седьмая, да. И шестая. Вот давайте шестая. Туда 4-4, 6-7. Поедем. Давай. Все вчетвером, что ли? Смотрите, у нас идет. Да подождите, чего? Вы что психуете-то? Чего вы психуете? У нас 6-я, 7-я, и по кругу идет дальше. 5-я, 3-я. А сейчас в дверь звонят, сейчас приду.
Поехали. Шестая, седьмая, пятая. И так и будем по 4 раскидывать. Все, все посмотрим, все проедем сейчас. Ну так гуськом мы поедем, да? Да, да, чисто вот так он в конвой. Нет, а? Шестой. А смотри, шестая, седьмая. Ну как? Ну подряд. Шестая, седьмая. И потом вниз. Так чтобы нам вернуться к лесоповалу обратно. Понял? По кругу объехать. Зачем? Так это надо вот сюда. У вас по две машины. Все, всех стоит. Выгнал. Ну и что? Ну мы примерно, сейчас 4 закрываем, и потом еще 4, и все. Как? Вот смотрите, я предлагаю ехать. Вниз карты, да, здесь или как? Седьмая, шестая. Я предлагаю шестая, седьмая, третья, пятая. Вторая. Какая-то. Ром, а не лучше наоборот сделать? Начать с третьей. Со второй, потом на третью, на пятую. Так давайте, может, с первой начнем. На пятую, шестую, седьмую. Нет, вот так мы вчетвером. Три, пять, шесть, семь. Вторая, в смысле, вон, что ты имеешь? Внизу в самом, да. Понял, да. Вторая, пятая, шестая, седьмая. Давай, поехали. По одной дороге. Все, поехали. Да, и там мы машины бросаем, возвращаемся. Да. Все, вторая, пятая. А первая? Она самая ближняя. Подожди, Димон, потом сделаем. А потом первую. У нас же еще машины есть. Мы сейчас закроем, и там внизу все. Ну, короче, я за вами поехал. Покатаемся, посмотрим. Да, да. Ой. Че прицеп так кидает? Да нормально все с ним. Ты дорогу видел, как вот Володь не кидает его так конкретно. Это в мультиплеере просто так. На самом деле его так не кидает. Так, а вы улетели уже? Здорово, я пока на метку. Расписание стримов есть? Нету, к сожалению, нету. Кира, да, еще ничего не закрыли, только загрузились, блин. Заглох, блин, заехать не смог. Так, я останавливаюсь сейчас на повышенной, попробую здесь. Так, а на вторую дорогу ты поставил себе, Влад? Я поставил. За тобой едет. Поставил. Так, у нас что там? Направо, направо, направо. И приедем. Вот, перед вами стоим. Димон, одетый. Вон они наверху, на горушке там. Мы еще не поднялись, мы еще внизу. Сейчас будем. Вот это грязь, вот это я залип. Босс, если не сложно, сделай 3 скрина мне, пожалуйста. А, хорошо. Ну, их точно делает вон Рома, он мне их скинет, если что. Рома постоянно, потому что переворачивается и делает скрины. Или здорово тебе тоже. Ай, бля. Все, я тоже тут залип. Не смог въехать на повышенную. Да, я тоже. И теперь будем как улитка, блин. Подниматься. Капитан Улитка, давай. Да, блин, пытаюсь. Я тоже маленько все пощелкаю. Может, что выберет потом. Да, кто скриншоты делает, мы ему штук 10. Ты смотри, что драйвер делает. Смотри, что творит. Что он делает? Смотри, полез куда. Да не могу смотреть, я не знаю, как мне бегать. Ой, сейчас его захлестнет этим прицепом сверху, накроет. Будь здоров. Ё-моё, я чуть не оглох. У меня на монитор забрызгало даже, блин. Так у меня то же самое. Это, да, Виталий, карта выйдет завтра. Ее в ночь загрузят. И завтра карта будет на СТ-модсе. Ой, как у этого Харламова песенка была-то, у меня разлетелась хлебала, там, разлетелась, вот именно сейчас конкретно, блядь. Зацепила нас даже. Будь здоров, я аж на стуле подпрыгнул, он мне пишет. Спасибо. Вот. Да это долбанная мышь у меня дома живет, серая. Я по дороге с лесоповала сделаю скриншот обязательно. Где-нибудь вот надо сейчас вот еще жесть, да. Будет какая-нибудь дичь, там поделать. Палки, блядь, пофотографирую эти. Вот эту вот прям сейчас я на ней стою, вот сфоткаю, на, а Саша, вот лови. Насчет шоссейной резины я, конечно, грубанул маленько. Да. А что такое? Впереди грязь, походу. Я не собирался лезть вообще-то. Вылез я нормально. Поеду, где камушки? Вылез, красава. Вылез. А хрена себе. А, налез? Вылез. Ну не зря же я драйвер. Ё-моё, чё он едет? Надо было тебя пустить тут вперед. Тут такая грязища вообще. У меня тапки путёвые. На пониженную тихонько ползу. Я тапочки взял прям адекватные. Не, а я послушал Владислава.
И на стандарте сейчас лезу в этой грязи на полицию. Здесь что-то тоже никак не лезет. Не знаю, Рома, вот я одел вот эти здоровущие, вообще ну, обалденно. Ну, зато здесь просто горок много, а горки сухие, и на выбор на грязевой резине. Там Саня, помочь тебе немножко тут? Не-не-не, слетит прицеп иначе. Я бы знал, бы пустил бы тебя вперед лучше. Вот оно что. Санин пиздюк, здорово. Блять, не человека. Санин пиздюк. Павел, все отлично. Как сам поживаешь? Ну вы где там? Да где там? Поднимаемся в горку. Так я никуда, я еду на пониженную уже даже. Вот. Так и мы на пониженную ехали. На пониженную в горочку там поднимался по грязюк. Сейчас вот на спуск пошел. Я вот буквально раз посмотрю, вроде сзади едут, ага, рядом. Потихоньку, ну, сейчас догонят. Так и все, включаем, потом доходим. Да. Антон, воркшоп будет next выкладывать? Воркшоп нет. Нельзя его, да, туда выкладывать? Нет, нет, конечно, нельзя. Это только будет максимум, что на эстемоции. Мы вообще собирали эту папку для себя, то есть самим кататься. Никто ее никому не собирался выкладывать. Скачивайте, соберите каждый для себя, что вам нравится. Но они же не умеют собирать, это же не так. Ну, как это не умеют? Нет, ну, мы можем вам собирать. Прописывать. Вот тебе делать сейчас ты столько заявок получаешь на эту сборку. Замучишься разгребать. Ну, Next-то хотя бы вот для парней в Дискорде, если вам не сложно, выложите. Ну, я так думаю, что... Только для наших парней Next-то. Все просят Next-то, блин. Саня, друг мой, ну кувырнись ты ради меня, Вениамин, спасибо, блин. Постараемся крайне все-таки доехать. Со следующим, спасибо. С краном поеду, пускай кувыркаются тогда. Да, с краном еще можно. Так, тут направо тоже. Иначе, если сейчас кто-то кувыркнется, придется ехать. Да какой всю карту, Кобра, только-только выехали вон с лесоповала. С точки погрузки, точнее. Ой, какие вот игры еще играем? Жесть. Еще играем в ETS, в ATS. Ой, я сегодня какой-то поставил говно полное. Виталик, ну, Урал Next тот говно. Одна текстура. Надеюсь, растянута. Уговорим мы, парней. Может быть, Урал Next хотя бы выложит вон в группу. Или нам в Дискорд сюда кинем в контент, чтобы только для своих он был, как бы. Одну машинку, может быть, уговорим сделать. Так, что-то у меня он этот здесь. Опять грязюку нашел. Знаете, как это не нравится, когда, допустим, на СТМОД попадают машины переделанные, допустим, как вот Багельман делает, миллионами там всякую хрень вылаживает переделанная. Авторы-то бесятся. Не, ну может быть в группу себе залить, там вот. Если только вот здесь вот, ну, в Дискорде именно. Или в Дискорд он в чат только контент кинуть, да. Будем надеяться, что отсюда никуда не уйдет. У нас здесь, конечно, очень много и левых тоже людей. Я лично не хочу, чтобы на СТМОД что-то попадало вообще теперь. Чипик, слышал, да? Мне Тим написал здесь, что Бухой создал канал в Дискорде и туда переманивает всех от нас, сидит на конвое. Офигеть. Что с ним делать будем, а, Чипик? Вот это красота. Как с Линтрансом было то же самое. Они всех стали переманивать туда, чтобы катались, ну, где-то я сам, кто захотел, тот ушел, нам как бы без проблем, блин. Сейчас анархист так делает, Бухой. Чепик, может быть это, что с ним будем делать, подумать может, надо. Может это, что ему там, может дыньку дать? Зачем он так поступает, интересно просто. Это его этот сманил. Даникама? Серега Даникама. А, ну возможно. Кастрировать его, он пишет. Да. Ну просто некрасиво, что в личку пишет всем. Вот, переходите ко мне, здесь будем кататься сейчас ETS, ATS. Ну, кто так хочет, пускай переходит, как без проблем, что. Я сам по другим каналам хожу тоже. Ничего страшного. Ну просто как-то так это. Некрасиво с его стороны получилось. Вижу. А как ты опять обогнал? Да я там переехал через горушку. Он опять впереди, ты прикинь. Ты понял? Шайтан, блин. Блин, а? На голову посадить, Шон. Смотри, опять полез куда? А сейчас ты куда полез? Тебе уже не надо срезать, езжай по дороге. Ты сейчас в лужу приедешь и все. Конечно, зачем ты полез туда? Там уже не надо срезать. Скатывайся назад спокойно и все. Вот. Не зайдите мне никак скощурить тут. Так нет, а туда смысл уже. Туда, тут смысл. Все, 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 все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Газуй вперед, газуй быстрее. Вперед, упал. Нет. Теперь тебе надо как-то подъехать к этому грузу задом. Тихо. Аккуратно. Давай быстрее цепляйся там где-нибудь. Цепляйся тросом. О, yes. Ему сейчас прицеп туда как-то надо аккуратненько загнать еще. Ну вот, а, Димон. Вот так, Димон, сдавай задом, короче. Вот так, да. Куда сдавать-то? Я в горку поехал. Ты подожди, стой! У тебя нету груза, ты куда поехал? Как? Эй! Точно. Назад сдавай аккуратно, вот. Смотри, они у тебя аккуратно лежат, ты сейчас можешь наехать на них. А я уже погрузился. Все, понял я. На них задом, да, заезжай и погрузишься. Я вообще свои карты на других сайтах увидел, пиздец, даже ссылки сменили, козлы. Саша ОА пишет. Саш, да, это системоцы тащат, переделывают, вот куда-то еще. Сам выкладывай. На это, да, сам скидывай на те сайты, значит. На сам скидывай, там. Как автор карты. Смело скидывай. Ром, дай чуть-чуть. Ну, правда, не на всех дадут тебе выкладывать самому, это только у Снеу так. Вот я знаю два сайта, где просто сам администратор ищет карты. Ну, для легкого-то затаскивает все прицепит. Все, хватит, наверное. Не, ему бы надо было задом к ним побежать. Он сейчас передними колесами их раскидает. Кстати, ему даже некуда спереди встать. Да, он на точке погрузки не раскидал, надеюсь, и сейчас не раскидает. Сейчас, на них главное не наехать. Передом. Так там некуда ему заезжать, да вперед, ему надо было задними какой колесами. Он сейчас заезжать. В лес заедет передом, сейчас жопу погрузит, и все нормально. Вон они уже у него сдвигаются. Ничего, он сейчас главное. Пока нормально. Босс, пожалуйста, посмотри после стрима мою карту. Да, хорошо, Клэшер, посмотрим и подумаем, будем ее стримить или нет. Поехали. А кому еще это предложение поступало? Чепик Тиму поступало. Кто там еще у нас катает, писал, блин? Блин, не успел я заскринить, как драйвер упал. Ёлки-палки. Ну что, человек, я не упал. 3-4, он отправляет им в личку. Я не упал. Почти упал, да. Во, вот так вот прямо в лес заезжай, да. И сейчас погрузишься. А я что-то их перестал. Аккуратненько, видишь, повезло. Стоп, да. Стоп. Еще. Вперед. Давай. Есть, красава. Красава, да. А по времени во сколько начинаются стримы, Кобра? Я не знаю, зачем, Виталик. Я вот и не понимаю, зачем он это делает, но как-то странно себя повел. Непонятно. Так, ну-ка давай. Ну, может быть из-за него, но тогда пусть и идет. Господи, ну что ж теперь поделать? А зачем так-то делать? Давай, Димон, это я буду тащить. Или да, так вместе с Серегой там решили, блин. А? Я зацепился. А, ты держишься? Ага. Давай. Стримы начинаются. Люди, когда я отдыхаю, то примерно мы собираемся в час-два дня и до вечера. А когда я работаю, в 9 вечера стримы. Походу, ребят, я скоро вылечу. Да ну нахер. Что случилось? Потому что у меня пинг у всех показывает 800 000. Это значит, у меня что-то проблема. Я вижу у всех пинг 150. Да. Ну да, у меня всех одинаково. У меня вот 140-150. Фух, слава богу. Да, вернулся. А было под 1000. Драйвер нарубили заново, он пишет тебе, Димон. Нарубили, да. Уже. Пойди перекрасим в Арканика. Ну однозначно перекрашивать, а может быть даже и вообще-то, да. Убрать, блин, я не знаю, Виталь. Опять брюхом вот я сел на эту палку. Надо Деренский. Подумать. Да делать. Убрать, конечно, что там думать? Он один раз будет перетаскивать, второй раз, потом еще. Или что? Тоже верно. Не, ну как бы кто уйдет, тот уйдет, и не жалко, то есть, да? Люди сами там решают. Ну просто нет, зачем так некрасиво поступать? Не в этом. Он-то видишь, как в личку кидает, это пишет. Ну да, он. Это втихаря. Это втихаря. Да, все втихаря. Делал бы в открытую, парни. Давайте кто со мной там, да? Да, заходите. А что там крысятничает? Я не хочу так, блин. Ну. Да, ну вот, надо будет подумать, короче. Так, Димон что-то опять замутил. А короче. Тут палки все, я все в палки упираюсь. Вот, кстати, можно слева объехать по грязи, если на горку кому лезть. Не, хочу туда. Ой, там жесть, Саня, там я жесть. Я там не был, да, я прям по той дорожке хочу к себе.
и прокатиться. Колясик, здорово, добро пожаловать на стрим. Ну вот сейчас есть слева, есть справа дорога. Куда вам? Направо, где КамАЗ стоит, наверное. Нет, ну направо, туда проехать можно и с левой стороны, там просит здоровенный. Не, поехали вот по дороге направо. Ну, я по крайней мере как мы ехали. А выезжать будем с просеки, да? Так нет, дальше по кругу поедем, там же вниз. Нет, там дорога, Влад, посмотри карту, ты что? Вот там вот по... Зацепись впереди, да, это точно, Володь. По серпантинам поедем вот так вот вверх. Вот, прям по всей карте поедем. Куда? Надо дать догадание. Ну, короче, поедем на восток. Сможет. Ну, тоже верно, да, Чепик. Окей, на. Вот здесь подумаем, короче, подумаем. Да. Вот где я сейчас еду, аккуратнее, палки могут отбросить машину в сторону. Блять, опять палки. И рухните. И... Вот, вот со мной уже так почти происходит. Палочка одна толкается. Особенно у тебя, Ром. Кстати, Рома, а, вот, вот эти, Рома, тапки на лешем вообще обалденные. Ништяк, да? Пошли ну, как раз. Да-да-да, вообще они... Да, я тебе хочу сказать, вот... И те колеса, вот что я тебе говорил, которые на прицепе стоят, вот как они тоже. Георгий, здорово, спасибо. Они охеренно тоже идут. Так тут-то что как? Не, как с грязью, ситуация. С дорогой тут реально жесть просто. Он на пониженной, у меня прям вообще. На автомате никак не хочет ехать, на пониженной более или менее. Да, тяжело дается, как, согласен. Даже это не... вот мне, кстати, напомнила карта это. Мы совсем недавно катали несколько дней тому назад тяжелый путь 6, вот Ром, помнишь? А, ну, мне да. Прям напоминает она. Да, по сложности там... тоже. Не, там ну так сложнее на порядок. Не, там... Передний мост у краза отрывается от земли. Там еще посложнее. Колясик, да, сегодня мы на мерсах поехали. На мерсах, а вторую ходку на кразиках будет. Они уже стоят загружены, сейчас быстренько закроем все. Здесь как раз 7 килограмм, каждый по ходке по 8 очков довезет. Димон, как груз проебал, даже не заметил, да, такой, ну что, поехали. А я даже не заметил, что я на крайне-то смотрю, что он есть, как бы, я что-то и не обратил на прицеп. Меня прицепом накрыло. Так бы и уехал, если бы один где-то был. Потерял? Мы все без крана, да, ведь? Высыпались. Высыпали? Да, без крана. Как-то все без крана, а чем я вас грузил, блядь? А, да-да-да, красавчик, да, вообще такие. Смотри, да. Старый и самый умный, мудрый, видите, как хорошо, блин, что с нами Влад. А так-то мы все едем что-то без кранов вообще, блин. Данил, здорово тебе тоже, спасибо за пожелание. Ну сейчас я, извините, вам тут дорогу перекрою, потому да что... Да ничего страшного. Все рассыпалось в прицепах. Быстрее будет погрузиться, чем ехать обратно. Так что подождем, перекурим. Я уже всю воду выпил, горло все пересохло, не знаю, не пью, а что-то прям сушняк какой-то, бегаю за водой. Так жара такая. Рыбу не ел. Не знаю, у нас вон снег валит, мама, не горюй. Ни хера. Ну, У нас сегодня тридцатка жары. Да ладно, везет вам, парни. Это в мае снег. В Мурманске? А, офигеть, а. Это хорошо, что так непросто, но для меня это есть где по прямой. Через лес и дорогая я дома. Азат, здорово тебе тоже. Че, видимо, Виторгаш заглядывал? Да, заглядывал, дизлайки уже стоят. Заходил Виторгаш 100%. Авансом стоят. Да. Еще не начался стрим. Вчера стрим стоит. Еще да, не да. Начали. Запланировал трансляцию, уже стоит 2 дизлайка, блин, сразу же. То есть там реально кто-то прям вот меня прям ненавидит, заходит, заранее ставит мне все. Да, у меня за последнее время тоже что-то стали прилетать прям. Штук где-то 6-7 стабильно. Причем вот я заметил. Стабильно 4. Так, я пока не спускаюсь. А как мне тут спрыгивать, Влад? Ну я надеюсь, что этот прицеп лучше поведет себя, потому так, что. Так, а ну-ка вот так остановитесь. У меня на экране очень замри, длинный замри, морковь. Да, замрите. Да. Сейчас я сейчас скриншот сделать. Тоже сделаю. Нет. И для автора карты попросил Саша сделать. О, я сейчас шлепну. Блин.
Ангел в кедах. Здорово, ангел в кедах. Где такие люди ники-то находят, я не знаю. Как вы придумываете это? Саня, загляни после стрима в группу, посмотри, что он там за пост сделал. Валера, в какую группу? Какую, а, куда? У Виторгаша, что ли? Ладно, посмотрим. Хера, а что он там сделал-то? Что-то про нас, видимо, да, опять? Он один раз демотиватор уже про меня сделал. Сейчас, видимо, еще раз решил. Не, слушай, как по маслу съехал, Влад. Ну, я тебе говорю, это у меня очень... Рома, я обсох. А ты канистры заправлял? Да, не, я затарился нормально. Так у него табак маловат, 1450 литров, а жрет-то он нормально. Да, он там по расходу, у него мама не горит. Без посадки автонет. Извини, я вчера в Call of Duty мы подзасели и поиграли там. А, не про нас, не переживай. Валер, если не сложно, ты в личку скинь мне ссылку. Ох, на ты тот пост, что за новость. А то я, скорее всего, не смогу. Прошу позволения, я здесь прицеп брошу. Давай, хорошо. Рома, можешь меня назад сдернуть, Ром? Он у меня багует, да? Такими точками. Дерни меня, а. Я прям. Кто еще здесь брюхом будет скидывать? Брюхом засел. Кто не уверен в себе еще? Давай. Кто сегодня слабое звено? Опа, все, снял, спасибо. Я могу все 8 скинуть. Не, едем дальше. Нет, там беда, блин. Ну хорошо, посмотрим, блин. Завтра ангел в кедах, да, завтра обязательно будет стрим. В этом принципе ни ремки, ни топки нет, все равно. И ЕТС вечером, ну, и все будет. Рома, смотри, тут вообще что-то как-то я так сложно проехал. Что-то Дим, страшно. Я. А ты умеешь скидывать 4 очка, да? Чтобы не все 8. Я 4. Не знаю как. Я умею просто их скидывать, вы это видели. Не для смеха пост. Извиняюсь тогда, я просто не знаю, что там написано, поэтому не буду уж комментировать. Не знаю, что там. А, вон дорожка, я ее не заметил со второй пилот. Так что, кто здесь тогда с прицепа скинет? Димон сейчас скинет, сейчас он подъедет. Скинет? Ты научишь его, да? Да. А, ну мы потом не попадем вот на эту. Отцепиться надо будет там, да, что ли? Да бог с ним, она тут рядышком с лесоповалом. Это, короче, скинешь груз. Прицепишь, кинешь, потом погрузишь. Ох, добавь. Меня опять я поймал тут. Пипец. Нет, ты не скидывай, да? Ты не разгружай, самое главное сейчас. Вот заедь туда, скинешь, но не разгружай. А нажми именно скинуть груз. Сейчас, подождите, дайте мне тут. Володь, я с прицепом дальше поеду, здесь сейчас Диман у нас 4 очка. А мы поедем дальше. Мы сейчас сразу 4 пилорамы, все вчетвером и покатаемся. Ну я теперь уже до последнего поеду. Пока у меня горючка. Ну да, тебе уже смысла нету. Так, а вот. Горючка у меня 414 литров. Пилорама, я приехал. Так, что делаем? Теперь не груз, скинуть груз именно. Не выгрузить, а скинуть. Функции. В левом верхнем углу. Есть. Скинуть груз. Теперь восстанови в прицепе. Только в прицепе погрузи. Только в прицепе. Так. Все, а теперь... функции убери и разгрузись. И разгрузись. Из прицепа отдай мне ремку, топливо, всю вот эту чепуху. Да. Я отдай ему. Нет, ты сейчас... Ты топливо откуда сейчас себе? Так а у меня сейчас нету в прицепе, получается, ни хренашечки. Ни хрена, но у тебя есть здесь, да. Это не скидывай сейчас, это не скидывай. С прицепа дай нам топливо, если у тебя осталось что-нибудь. Нет уж, говорит. А, нету? В прицепе ни хрена. Спасибо большое. Нет, 200 литров дал, спасибо. Еще 300. Ух, ебать копать. Кому еще с прицепа? Не надо ничего, не раздавай больше никакому. Да, 500. И отцепляй прицеп. Так, а как мне угадать, что это с прицепа, а не с прицепа? А там написано. Там трейлер. Же, да, написано. Панелевоз. Колясик, у меня топливо есть, да, но если люди дают, надо брать. Где аркадник? Сзади меня стоят аркадники. Здесь, все на месте. Еще вот у меня есть, еще ремонт у меня есть. Ты. Да все, цепляй. Да не, нафиг, топливо главное слить. Тут отказаться трудно, Сань. От топлива, когда тебе заправляют. Конечно, мне 500 литров дали. Ну, я тебе 160 литров могу отдать, если. Ничего, все, я без прицепа, да, пошел дальше. Да, сейчас. О, теперь все. Без ремки. Парни. Теперь держите меня семеро. Теперь, да? Да, я полетел, блин. Теперь держите, сейчас я. Мне главное. Блять, урон 215 об камень сразу выхватил. Ладно, что ты будешь делать, а?
чё. От Крема всем большой привет. Здорово, Диман, здорово. Тебе тоже. Вот класс. Сейчас вот куда мы едем-то? Ух ты, я прицеп отцепил. Стойте, не въебитесь мой прицеп. На какую мы едем пилораму сейчас? Дальше по кругу. А вот так по дороге, короче, на какая там у нас следующая идет на движение. А где ты потерял? На пятую, а на пятую. Отлетел он у меня. Надо объезжать побольше, брать территорию. Вот уже понимаю. Цепляться прицепом. Все, уже прицепился. Как ну, вы ездите? Короче, ДТС, на пятую. Не умеем, блин. Закрыли смотри, одну пилку. Сань. А. Сань, на пятую, значит, кто? Ты или я скидываю? Мы прицепы на... с тобой там да. скидываем и едем да, дальше да, да. все. Едем дальше. Все четыре пилорамы, все вчетвером едем. Короче, на пятой, да, на следующей, да, мы с тобой прицепы скидываем. Да, да, да. да. 163 об камень. О, а я там 200. Ни хера. Вот это прилетело. Зато сейчас на повышенный, надеюсь, влетит, в горку нет. Как раз въехал. Без а, прицепа, ну, нет, не въехал. Да, с прицепом ты не въедешь, Алексей. Так, давай пониженную включим. Шайтаном она, ну и горы здесь. Охренеть. Это, ребят, не холмы, это уже горы. Угу. Да, ты карту бы не холмистые назвал, а горные, блин, Санек. Ну это реально горы, тут ни хрена себе. Да холмы. Тут дичь вообще не въезжает сюда уже просто. Я не вижу макушки горы даже, в небо на уходит. На пониженную, тихонечко, тихонечко прям. Да там с лебедкой походу, Сань, ты не возьмешь так. Ну давай, подтащим с лебедкой тогда наверх. Нет, ну пустой, вот я на все эти горки захожу. Ну тут да, пилорама недалеко была, мы сейчас тоже без прицепа. Без этого, без прицепа. Так, я сейчас вперед пару кварталов проеду и на перекур. На 5 секунд. Ну, не совсем перекур. А, дизель слить. Я понял. Да. Закипел. Палка, палка сейчас нет. Нормально, объехал ее. Костя, здорово тебе тоже. Добро пожаловать на стрим. Так, ну все, сейчас с горы-то, думаю, повеселее уже пойдет это дело. Слушайте, а почему у меня интернет опять отключился, а? На самом старте карты. Я что-то сейчас переживаю, блин. У тебя-то за... да, отрубался вообще, но... Вот, за неделю второй раз. Он просто у меня прям интернет отключен, и потом, хоп, переподключение прошло успешно. Слушай, хорошо, тебе надо один раз в день перезагружать модем, чтобы он, да, это, авторизировал. Да. Там как-то они получают IP каждый день. Ну, все, если IP не получил, то он бывает вот так вот делает, отключается. Все, тогда утром буду делать это. А я на шнурок уже перешел, меня уже достало перегружать модем. У меня тоже на шнурке, но... У меня тоже вот... шнурок, у меня не Wi-Fi. Ну, так, ну, мне оператор сказал вот эту тему, что если... Ой, блин, Саня, Саня, ну что ты, ё-моё, а? Пытаюсь горку. А как же повышено это, а? На пониженной с лебёдкой! У меня ветка в колесо, а бак застряла. А я думал, нога в колесо попала. Роутер, да, перезагружать буду его. Уже сказали, вон, Виталь, буду каждый раз его перезагружать. Фух, поднялся. Ну-ка, что, на повышенный перейдет? Дороги жесть. Да, пошел. Здесь реально горные уже, а не холмистые. Ну, пошла местность. Так такая. И тут вообще не въебенно. Вот здесь скал не хватает. Да, да, да. И папоротника, блядь, на скале. Вылесительное дерево, блин. Че там, Ром, залезешь? Подождать тебя. Да. Да там с лебедкой-то есть. Эх, тут на самом подъеме вот эти справа палки тоже. Вот я сейчас о палке те и завис. А сейчас обо что завис? Опять за камень какой-то цепляюсь. Да, за прицеп, походу, у меня немножко. Тебе камень надо торчит, скинуть там. Мои настройки камушков и палок. Че, Ром, цепляйся, ну, я тебя подтяну. Не, камни не надо с его скидывать. Да тебе а вот палки, чтобы крутились, точно надо. Я не, новый не, покупал, это... ТП. Диман, нет, спасибо. Я потихоньку. Блять, отвлекся, Виталь, что ты пишешь, чуть не перевернулся сейчас, а?
ТП-линк, купил Зюксель, забот не знаю. У меня ТП-линк, кстати, сейчас стоит, да, что родной был. И у меня ТП-линк. Саня, пусти дровосека вперед. Димана ты имеешь в виду, да? Были бревна, теперь камни, да, Кобра? Загрузился он щебнем и поехали дальше. Так, подождите, что-то я все еду. А, ну все правильно, по кругу, правильно, так все и ехать. Я же веду вас. Все понятно. Мы ведем все до постройки всего. Что-то кто-то вышел, да, по-моему. Есть щебень, есть плиты, есть. Всем привет. Так что все построено. Здорово, Дима, здорово. Привет, привет. Как оно, Димыч? Да потихоньку, Сань, я тут немножко переименовал в группе. Ну, без проблем. Привет тебе изменил на добро пожаловать. И комнату Аркадники переименовал. На кого? Это АТС. Комната для Димона и Владислава ты назвал ее? Просто АТС. А вот и мне, ребят, прилетело. Понял. Что тут, что-то... Опа, ни хрена себе, слушай, что такое? Что делают? Все? Ругаются люди? А что? А ты не читал? Тебе бухой анархист ничего не говорил? Нет, чё? Подожди, я сейчас вытяну. Ну автор карты Саша Уан. Ну расскажи, да. Нас сейчас 70 человек смотрит. Интересно всем. Да, ну. Да. Слушаем, Димон. Ну что, друзья, и еще 70 наших друзей. Ну, короче говоря, они там хотели на другой канал уйти. Так. Не нравится, что комната Аркадники. Это же оскорбление. Господи. Нежных. Давайте, господи, свою комнату, где стрим, назовем Аркадник. Я вот без проблем, без всяких обид вообще играю. Чё, блин. Ну и чё, вот, Димон? Ну я переименовал, они вот остались, сейчас с ней сидят, катаются. А бухой анархист тоже там? Да. А то он зазывал что-то к себе там всех, в личку аккуратно там все рассылал. Я вообще думал, что забанить его надо. Посмотри в чате. Что там? Я писал, он писал. Хорошо, посмотрим. Потом. Я понял. Спроси у Димона, что с ним делать, Чепик вон пишет. Ну вот, вроде как думаем. Ничего. Да, все, видишь, сидят в комнате, все нормально. Ну хорошо. Так, разгрузить 4 очка. Слушайте, у меня в прицепе есть 160 литров. Я, наверное, их отдам Димону, да? Да, конечно. У тебя есть топливо, Дим? Он у меня, да. Заправил. У меня еще есть. Тебя заправлять, нет? Нет. А, ну тогда... Тогда себя заправлять. У меня 300 есть и 300 с собой еще. А, 300 у меня всего, потому что 160. Ты, ну, все, я надо себя заправлять. Я пока не заправляю, Сань. Так, а у меня топлива уже нету. Я по нулям. Смотри, Ром, что произошло, ты видишь? Как же вот это уже так все произошло? Но немного времени прошло, блядь. Опять что ли? Ты спасибо, Влад, тебе большое. Блин, ты красавчик. Я больше никогда шутить над тобой не буду. Только эту фигню убрал, и это он опять ее где-то нашел. Ты красавчик. Мы сейчас будем кататься тогда. И Рома сделал так же, да? У меня нет бревна. Отлично, ой, красота. Серега, здорово. Это у него там, слышишь, Влад? Это у него с какого-то мода. С какого-то мода, да, у него фигачит. Маза, анархист, блин, что за человек? А, думал, нет, смотри, такой? А у меня осталось одно бревно впереди, я погрузил. Прикинь, я погрузил сейчас. А сзади-то нету? Впереди? Но. Так, у меня груз лег, а под грузом, ну, внутри груза, еще одно бревно. А, у меня почему-то оно сзади осталось. Слушай, ну это хорошо, мы поедем дальше. Либо от какого-то мода вот эта дрянь цепляется, либо... Это от какого-то мода. Да, значит, такая херня. Так, давайте не садись. Не сажусь. Ой, красота просто, а. Макар Шоу, здорово тебе тоже. Играть сколько будем, а хер вот это. Кобра, куда пошел? Давай сидим до конца. Это кто так сигнал? Ну это, с ТС-ки. А еще раз посигнальте, кто? А кто так сигналит? Нет, я слышу как паровозный гудок. У меня такой гудок стоит. Ну да, в комнате. Нет, не у меня паровозный. Дампер, бэк, дампер. О, можно от шишиги, кстати, отремонтироваться. Так, у меня ее нет. Ребята, у кого есть топливо?
У меня было 160 литров. У меня 300 есть с собой. А у тебя сколько в баке? И 300 в баке. 280 в баке. 150 себе заправь, остальное Роме. Да, заправь себя до полного. Что мне такое-то, а? Сейчас подожди, Ром, я сейчас починю себя. Ладно, посижу, все, не уходим, кобры, сидим до конца. Куда собрался-то? Нормально же общались, что ты начинаешь-то? Ром, подожди, может я тебя отремонтирую, если что, если тебе надо. Не, у меня ремонт нормально все. Еще вопросик, Сань. Да, Димон. А он тебе, Артем, бухой анархист, он говорил, что он там на канал на другой пойдет? Нет. Так, что мне надо сделать-то? Себя заправить? Не говорил. Ну я не смотрел сейчас сообщение. Не, ну так вот именно об этом я и говорю. Конечно, может ты и грубанули насчет там, типа там аркадники, может народ мог обидеть. Но почему он не сказал это? Почему он начал всем в личку писать, присядничать, вот это вот не так? Нахера. Вот это вот некрасиво, Димон. Что в личку стал писать, а не высказывать тут что-то, понимаешь? Топки кинь, Димон. Я тебя кинул? Да, нет, не Серега, а анархист. Да. Причем здесь Серега-то? Все, у меня соляры нету. Мне надо на следующей пилке обязательно скидывать груз. Я фаркопом задеваю за все эти ямы, и у меня машина дамажится сразу на 700. Ну давай. Не для таких гор. Понятно. Ты за распуск, да? 57-й. Удлинитель, да, вот этот, похоже? Да, сзади, за фаркопом цепляет он до каждой кочки, блядь. У меня вот опять 700, я полностью опять не, да без проблем. Надо, значит, что, скидывай. Все, вот смотри, только сел. Люди, вроде апрель, не май, откуда майские жуки? У кого-то уже май, наверное. С глазу на глаз и с ним общались. Нет, не общались, он не писал мне. Ничего. Вау, бляха-муха, спереду снимал, что-то Влада не заметил, что тут стоит, чуть не вогнал ему сзади. Слушай, а сейчас скриншот вокруг озера, эх, я от озера отъехал, сделайте кто-нибудь у озера скриншот, пожалуйста, парни. А озеро я что-то вперед а уже где отъехал. Чуть дальше по дороге будет. А, мы еще не доехали. Я просто немножко отъехал, что-то запамятовал. У кого ремка есть, все, я полностью поломан. У меня 100 и 120. Блин. Есть. У меня есть, я могу. У меня в шишпиге есть ремка. Я всю кончал. А, Виталик, это мы почистили с Диманом Севеном. Вот, я могу. Модеров, теперь ты у нас один будешь только. Давай, модератор. Потому что у меня все. Больше никого не будет. Сейчас. Тебя кразу надо починить, да? Да. Давайте сейчас кину. А, он, у Димон. Ну я. Дим, не трать, подожди. Поздно уже. Блин. А, у меня еще есть ремка. Не, хватит, оставь себе тоже, мало ли. Илюха, здорово тебе тоже, здорово. Да сейчас что, все равно бросать здесь. Outlast 2 без посадки автомобиля, не знаю точно, будет или нет. Если мы с парнями опять уйдем в код, то Outlast 2 перенесется на завтра. Проедьте пока вперед, подойдите. Чипик, мы с Диманом Севеном сели, почистили вчера из пули. Немножко состав. Да, я впереди. А ты куда-то пересаживался там, что ли? Я пересел, да, сейчас. Рома, где я поэтому шире? Тебя проскочил там, Рома, по всей видимости. Ты на шиге не подъедешь сюда? Как называется подъеду, игра? А что, еще тебе надо? У меня там 200 очков только? Сейчас я подъеду. ГТС-а не будет сегодня. Дальше все, здесь гор не будет, тут идет тупо болото, Влад. Все нормально. Ну я понял, да. Без гор. Все нормально. Теперь нам точно трындец, да? Ну здесь грязище сейчас пойдет. На повышенную он здесь навряд ли поедет. О, фермер Ромы вижу. Ой, блин, не можешь меня тремать его, а? А зачем он тебе нужен? Ну блин, а вдруг пригодится? Ну давай 100 очков дам. Про запас. У меня всего 100 и 120. На скрины вдруг я поеду. Давай, 100 и 120 есть, пересаживайся. Сейчас я Владу тут отдам ремку. Постой там секунду. Ой, куда я поехал-то? Я походу не туда поехал. А нет, куда? Игорь, вебка будет на 100 тысяч подписчиков. Если я никогда-то, да, то есть никогда не будет вебки. Сейчас, Влад, я пересяду. Или проезжай, хочешь вперед. Да, Влад, да, он полупустой. Ага, все, почти. Лучше вперед. 120 могу дать со спойлера. Давай. А 100 оставлю. Давай. Все. О, спасибо. Так, как-то эту хрень надо исправлять. Да. Я не знаю, как это. Чадит, ё-моё, трындец. Спасибо за подписку.
Алекс, мы еще катаем, мы только закрыли две пилорамы из семи. Я уже убрал коллизии с фаркопа. Колясик, на 100 тысяч поставим. Теперь, наверное, кран задевает. Куда ты? Куда ты? Куда? Стой! Драгон, хочешь, обгоняй меня? Я тут медленно буду. А я все равно сейчас не знаю, куда ехать. А, одна, тут по дороге ехать. Смотрите, Влад перевернул. А, так одна до пилки. Да ладно, Влад, ты чего? Или ты его перевернул там немножко? Макар, спасибо тебе большое, спасибо. Ты ж мы к пенсии стариканами станем, будем стрим смотреть старый. Так вот именно, блин, мне уже на пенсию скоро идти, а вы веб-пу. Вот я так же, Рома и Лёв. Причём я стоял и в самый последний момент, он раз и повернул. Ну, да, сижу уж тут, старый, седой, блин. В труселях, и чё на меня смотрели, блядь. Сань, ну тут на озере как-то, блин, стрёмно, если блин. Стрёмно? Ну ладно, тогда не надо. Сейчас вот я только Влада на озере. Солнца нету для скриншота. Я вот тут сейчас в грязи немножко сделаю. А вот почему? Так. На некоторых картах прям солнечно, а на некоторых... Да. От прям... чего зависит это, кстати? От того, от... там нигде, Влад? От того, кто делает стрим, кто создает комнату. Как у него там будет? Рома создает. Ну, значит, у Ромы там с солнцем плохо. Так, а у меня, ты заметил, всегда... А, кстати, вот смотрите, как только заговорили, сразу солнышко появилось. Да, да, выходит солнце. Это Рома там что-то включил, видно. Как сказали, что... Я знал, как у тебя сегодня, кстати, формула будет. Где формула? Драйвер 51, спасибо за КПП тебе от Владимира. За какое КПП? Какое-то КПП. Что-то у вас... А, да, делал, было дело, да? Всегда, вот, пожалуйста. Спасибо тебе, передаю. Всегда, пожалуйста. С нами сегодня, да, на стриме в первый раз, надеюсь, не последний, поехал Дмитрий, драйвер 51, мододел, да, но да не и, картодел еще. Да и не мододел, как бы. И не мододел. Как люди говорят, херовый мододел. Не, ну почему? У тебя же там полно всяких, где ты, по крайней мере, помогаешь людям, да? Прикиньте, я опять чуть не лег. Да ё-моё, Влад, сегодня твой день. Да, собираю, что получается. Нет, это что-то... Я, видишь, в Максе работать не могу. Да хрена сборок вообще там всяких. Да хрена, да, чё уж ты так это, прибедняешься-то прям. Ну потому там что я... Волжанку мне понравилось. Ну, Волжанке это Колян там делал, помогал в Максе. Я в Максе, видишь, не рублю вообще, не бум-бум. Поэтому у меня вот проблема. О, солнце, Макс. солнце, скриншот. Так ты просто, наверное, не пробовал, да? Да, пробовал. Что-то с Пашей. Паша вроде в ник, вроде, а до меня так все и не дошло. Старый. Паша, кстати, пропал вообще. Что-то да, там он... сегодня играл в грит, я видел, я ему писал в стиме. Кто, не, Паша, он играет другие, да. Да. Что-то спинка ему уже. Он вообще спинтарс, да, прям как-то жалко. Мы так здорово, да, ведь играли, ну, осенью, да, все время с ним. Да, мы с Пашей сколько уже, да, играли. Димон Заргут, не слушай их всех. Гуд у тебя один тут с головой. Гуд у тебя один тут с головой. Вот как-то так, короче. Может быть, я неправильно что-то читаю, но как-то так. Ну, в общем, все хорошо, пишут тебе. Да, все ништяк. Ладно, я пошел, спасибо, посмотрю, парни, другие спасибо. Видосы у тебя. Илюха, смотри эти, зачем другие? Смайл, да, слушаю тебя. Че хотел спросить? Так, на пилке я стою. Вы хоть фига туда. Вы я улетели. Хоть на ту приехали. Мы. У мужчины. Тебя бензина много еще осталось? У меня осталось 180. Нет, подожди. У меня. Да, 180. У меня в баке только 305 и все. Так, Влад, вот 305. Ты тогда не скидывай. Так стой, Влад. Доедешь, угу. Да, еще пилорама. Отлично стал. Мы лучше здесь. У меня осталось 238, потому что. Мы так, лучше здесь с прицепов скинем и поедем дальше еще. Слушай, а тут лечь за здрасте, короче. Да Артём нормально работает, там дорога. Я уже три раза пытался, но, блин, слава богу. Удержу. Мне вот по грязи так вообще тут прям я в радость прям на этих здоровых тапках просвистал. Конечно, тут попёр, блин. Я Саню там просто с краю, да, через пеньки там проскочил. Саня даже не заметил, наверное, как я объехал. Не заметил, да, ты пролетел и все. Я тут тащусь все еще, блин. Ну ты не в тапках, ты в болотниках, это мы в кедах. Я на стандартной еще резине, блин. В ангельских кедах.
Я вообще тут магазины. Серега, карта шикарная. Здорово тебе. А карта шикарная, выйдет завтра на СТ-моде. Вот она как выглядит. Все в горах, все в холмах. Влад там, смотри, гонит тоже, смотри, слева идет вообще. У меня 325 топлива, да, я неправильно посмотрел. Один Саня едет по колеям, там все с краю объезжают. Влад, ты будешь скидывать? Я пеньки выхватываю. Или дальше повезешь. У меня хватит топки до следующей пилорамы. Давай тогда мы с прицепов тут с Ромой скинем, да? Каких прицепов-то? Каких прицепов? Это у тебя прицеп. Рома, ты пустой. А, ну кто-то ты еще скидывается. Прицепом тащишься? Да. Он самый экономный. Экономит груз. У меня 140 литров, поэтому, наверное, придется нам тут Сань с тобой скидывать. Ну я с прицепа скидываю. Зачем? Сейчас Рома пускай скидывает, а ты полностью разгружайся. Саня едет, все свое везу. Да, Сань, хорош. Вот тебе. Вот не надо так делать больше. Высыпать прицеп. Все, нету бревна сзади. Вот теперь нету. А теперь впереди прицеп. Есть. Нет, так ты впереди осталось. Разгружай. Ну хорош, ну ты что? Не что это такое, бля, так нечестно. Ну ладно, ну на 4 очка больше, ну ничего страшного. Поеду на кразе без прицепа тогда. Так а зачем тебе эти 4 очка? Сейчас вот парни разгрузятся на следующий товарах. И все. Нарезки на 6-й, же были все, я туда отвезу и все. Ну все равно нарез потом кому-то ехать. Все равно 4 нам мы-то повезем все. Да. Гружай их нахер. Не, ну я скатаюсь с парнями хотя бы до той пилорамы, на всякий случай их там поставлю. Не совсем. Ах, пиндос какой я поймал. На всякий случай оставим. Вот вообще. Владос красава, да, по лесам, по полям. Ну он читак. Читак. Аркадник. Читак, он сделал себе табличку поле и поехал. По полю. Включил его и попер. Кстати, когда я с тобой на стриме играл, ты был не прав, когда сделал такой вывод. У меня реально свет тогда вырубили. Алекс, извиняюсь. Извиняюсь, тогда был не прав. Признаю. А кто? Ну, Алекс с нами катал, мы подумали, что он втихаря так вышел, и немножко на него погорячились, а у него на самом деле, оказывается, вырубили свет. Извини, был неправ. Так, тут только налево. Босс, у Виторгана заболел отец, выложив видео, что он нуждается в материальной помощи, и может завтра не будет конкурса. А, ну все, понял. Счастья, здоровья пожелаем его отцу тогда. Да. Родители, да, главное, святое. Главное здоровье, ребята, в этой, да, жизни. Да, пусть выздоравливает. Как бы, как там родители, ни крути. Родители, это святое. Это все бывает. У меня он батя тоже 65 лет. 2 инфаркта перенес. Ну, пока тьфу-тьфу, слава богу, все нормально. У меня тоже у бати проблем, что у бати, у матери. Так вот, ну, возрастной. Как бы, да, это все всех, уже, это все уже деться. Возраст. Он и есть возраст. Главное в этой жизни здоровье. И матушке тоже 65, тоже уже. Дима, а что ты встал-то? Разгружайся. А, да? Дима, разгружайся, да. Вот оно как. Сейчас. Еще дальше собрался их. Я не знаю. 188 литров осталось. У меня 238 еще. А я... в канистрах у кого-то осталось топливо? Нет, ничего нигде. Ничего, нет. Сухие. А все. То бы в Мерседес бы мне чуть-чуть кинули. Не нет. Давайте ему топки, а. Пусть он обсохнет со своим этим. 26 ремки осталось. Серый груз везет, боссу. Так, все. Кто запрыгивает сюда на скрин? Куда? Я вот здесь скриншот сделаю. Саша, лови скриншот. У меня дядя в 42, ум за 3 секунды, охереть. Игорь, ну да, все бывает, блин. О, ништяк. Здесь такая штука. Все, стоп, кайф. Все, дальше повезло. Босс, я думаю, для 14 лет моя вторая карта получилась норм, ну, будем надеяться. Так, а что, мы пересаживаемся опять куда-то? Да, пересаживаемся. Ну, у кого где? У меня там на лесополе. Повалит, стоят машины. Алекс, полностью. А у меня, согласен. По-моему, в гараже все вообще стоит мэр. Все для родителей сейчас мы делаем с тобой, так ведь? Все для них. Слушай, а вот как мы сейчас поедем? Одна пилорама назад, а две вперед. А двое туда, двое сюда.
У меня мышцом вообще в гараже. Где он у меня есть-то? Ну да. Я на лесоповале уже стою. Ой, блин, телевизор завелся. Японский городовой. Я? Японский вот, подожди. Телевизор? Да, японский телевизор завелся. Так. И что, куда мне мерс одевать? Мне мерс брать с прицепом, нет? Ну да, ведь у нас... А, три пилорамы. Нет, у меня 8 очков. Ну? На всякий случай проведем. 2, 3. Парни, ну, честно нет. Скажу, я бы хотел съездить на четвертую. Это где? Это... На четвертую? Да, в углу карты. Так мы оттуда приехали. Все. А на пи... Нет, не а... оттуда. А там я... спаун был, Саня. Нет, нет, не там спаун был, не там. Ну как не нет, там? Ребята, а я-то вот не загружен. Где был, я сел в краше, смотри. Не там. Мы даже по той дороге ни разу не ездили. Вот здесь спаун. Где спаун? Вот я сижу спаун. Сейчас. Ну, да. Рядом. Ну, я так и выезжал. Ну, я по той дороге вообще не ездил. Ну, давай, мы-то с тобой вместе здесь. Поехали. Точка погрузки. Ну, да. А кто вот на точке погрузки там есть? А потом меня... поедем куда? Меня, кто... меня кто-нибудь загрузит на Мерсе? А ты на лесоповал поедешь. У него есть лесоповал? Есть. А вдруг нету? Ну есть да. Что? Если есть. У него справа горит. Да, да, он где угодно может погрузиться. Димон, ну ты удаляй, когда с нами катаешься. Да я даже, я машины делал, поэтому она как бы мне нужна была. На различных картах. Машину можешь сейчас в любом месте заставить. И любую, да? Конечно. А, в принципе, да. В принципе, точно. Хочешь К-700 на помощь, там, хочешь тёмный. Да, в натуре, что-то я об этом хочешь, не подумал. Хочешь кран на точку погрузки заправил? В натуре, говорит, что-то я... Да, что-то я не подумал. Что-то да. Сейчас я кран себе поставлю, загружу. Загружу сам себя, и нормально, без проблем. Нету крана, говорите, ловите. Ух, мне. Ух ты, блядь, вот это меня сейчас... Лови, да, да, лови, да, да, да. Лови, 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 вали я на бок, ломай ему. Да, реально, чуть-чуть прям не завали. Вот эта ловушка, Саша, вот это классная ловушка, а. Блин. На четвертую едем с нами, да, люди тоже все хотят на четвертую ехать. Так что едем на да. четвертую. Да, Мерин это не леший, ёкарный бабай. Не что, так Мерин он... хорошо едет. Не так он как-то... А ну, по какой дороге? Так. По верхней поедем, да, Ром? По верхней? Да. Я еду. Через заправку, вот, которая ведет. Вот мне заправка сначала, наверное, нужна. Через заправку поедем, короче. Так, где я еду? Так, заправки к заправке. Видишь, да, Ром? Подожди, подожди, я тут... Меня... Там цепляется лебедка, Рома, серьезно. Японский городовой. Слушайте, вот что вы сейчас, Диме, зачем тащиться вообще с грузом? А объясните мне. Не, а это, пусть с нами за компанию. Так одел бы цистерну лучше. На туре, Дима, одень на туре цистерну, а? Или ты уже выехал? На Европе 2. Ну, я могу вернуться, я тут недалеко. Одень цистерну. Одень цистерну лучше, и все. Клэшер, они будет. Еще не видели да твою карту. Не видели. Точнее. Когда посмотрим, тогда решим. То, мы сейчас спустимся с тобой на третью пилку. Ты сбывал эфир. А парни туда через заправку сами поедут. Сейчас, ну, у меня, да. В принципе, намерений тоже хватит, как бы. А лучше вообще один, знаешь, что лучше вообще что-нибудь с краном один. На всякий случай. Если я просыплю. Да не, нет, бочку нормально. Я думаю, мы... Потому что топливо, блин, херово знает. Хватит, не хватит. Ты, Клэш, я же тебе говорю, я ее скачаю, посмотрю, если карта интересная, вот 10 минут 15, мне достаточно будет, да. 10-15 минут, я ее посмотрю, если понравится, то мы обязательно ее скатаем, если не понравится, то не поедем, здесь никаких обид, блин. Вирус, игра называется Евротрак Симулятор 3. Которую мы сейчас играем. Летел? Нихера себе. А чё ж да, там грязевая ловушка. Я ж тебе говорил, лебёдку цепляй. Я попал в грязевую, там тоже вот в эту. Макс Кузьмин, здорово тебе тоже. Из один в селе мужик получил из заводки. Нифига себе. Вот это я сейчас заскриню здесь, конечно. Артём, вспоминай, восстанавливай как-то. Аккаунт свой на Trackers MP, я не помню.
Так, я приехал в гараж, парни. Что тут надо, цистерну, да? Да, только большую цистерну там какую-то можно поставить. Так, сейчас я найду, где у меня снимается вот этот кузов. Как он называется такой? Борт? Нет, не борт. Вот, дампер. Ой-ой, тут грозевых-то несколько. Так, и цистерна. Влад, так вот ты он. Сейчас с нами ведь едешь тоже, да? Куда? Да. Мы сейчас скинем на пилораме под номером 1 по 4 очка, поедем на 4-ю, оттуда на 3-ю, что... Блядь, 3-ю далеко. Офигенно, какой масл. Офигенно, да. Тогда мы скидываем с Ромой на 4-й и на 1-й, да? А ты на 3-й, что ли, так? Или ты с нами хочешь туда? Поедем. Да нет, я там был, я там все искатал. А, ну давай, отлично. Я принципе уже всю карту искатал, мне это осталось. Саша, я не говорю, чтобы они катали, я просто говорю, что кто-то играет с боссом, что-то за меня говорил, или мне прислышалось. Тебе прислышалось, Клешев. Никто ничего не говорил. Нет, не на Бандикам вирус, снимаю на АБС-ку и на Ютуб. Какой Бандикам? Не, я экшеном пишу, блин, я чувствую, у меня будет там весить, мама, не горюй. Экшеном? Ну. А я не знаю такого. Я раньше, когда видео записывал, я делал их Бандикамом. А как стал стримить, все, у меня сразу идет на Ютубе. Ну, я понял, я тоже пробовал ОБСом, да, как бы там на несколько каналов. Я через Good Game, по-моему, загонял. Я через рестрим делаю. Ну, через Good Game мне понравилось, лучше там как-то он пингует меньше, как бы все. На Good Game я тоже стримлю, кстати. Рестрим, он стримит и на Good Game. Ну, платформ там получается у тебя больше, да, просто. На 20 платформ я могу стримить, но я 4 вот выбрал. Вот, а с Good Game. Вот сейчас ВКонтакте еще стал стримить. Ну да, а с Good Game там идет тупо. Это грязь. Тупо в ОБС загоняешь Good Game-овскую, и с Good Game, по-моему, только 2, по-моему, можно еще раздавать. Артем, спасибо тебе, спасибо. Иван Омск, здорово тебе. О, тоже. А давай по сигналям, короче, я сделаю скрин сейчас одновременно. С птицами, что ли? С птицами. Да, 3-4, сигнали. Да там пыль идет из-под машины. Мне надо, чтобы волна, именно волну. Давай еще сигнали. О, надеюсь, с волной, с птицей. Короче, Рома там цунами делает, что ли, на озере? Ну, да, походу, поднимает волну там. Я имею в виду, да, те видосы снимал на Бандикам вирус, а последний вообще стал записывать Call of Duty тоже на ОБС-кой запись веду. От Бандикама я практически отказался. Редкий случай, когда что-то Бандикамом пользуюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям на так, самом ну деле. Так, ну что, карта хорошая, я даже не расслаблен. Босс меня остановил, блин. Так да. Я на повышенный там не смог въехать. Я хотел. Да я прям уже почти залетел. Не, у меня не въехало. На самом деле, посередине. Ох, тут вот на заправку, все. Конечно, лютый вот этот. Да, овраг. Там подъем. Овраг тут такой боковой, вот этот вообще жесть. Сейчас в атаку идем, все нормально мы. Чуть Мерса не загубил тут. Слушай, ну леший чуть пободрее Мерса. Леший вообще на ура, особенно вот в этих здоровых тапках, вообще просто. В грязи, по крайней мере, это вот заметно прям. Да и на палках карта я хороший, на... опа, я на боку, да. В грязи тебе надо было поставить это. Да, там резину надо другую. Он бы поехал, ну, тоже он пошел. Он поехал, да. Здесь-то я поставил какую-то помпу. Тут поменяли, согласен. Так, мне на заправочке уже. Заправляю сейчас тут все по самой. А пчел. Я как раз подъезжаю к повороту, который нам с этой встретимся. Так. Сань, ты там наметил дорогу? Ну, нет. Кстати, Дим, если хочешь с ними езжайте, как раз они мимо. Мне в принципе разница. Так, а вы едете вот к этой пилораме, к первой, что ли, получается, да? Ну, сюда мы сейчас да. Едем, да, на первую сгрузимся. А, ну давайте я к первой а потом поеду. На четвертую. Давай. Первая я и поехал. Как раз, да, и горючка нам там нужна. У меня 75 литров осталось. Так у тебя баки же еще есть. Так ну, баки есть, так нам еще ехать. Да. Вот. Так вы вам легче из заправки все равно. Не, мы на заправку не поедем. Там с краешку есть такая вот. Да, от заправки, чтобы хватит, нам не поворачивать. Тем более вы же на решек уже. Ну,
Да. Там бак своих как грязи. Ох, тут подъем. Вирус, мне лет много. 14. Много мне лет. Да. 25 хотелось бы. Просто есть один, такого набора нет. А, лешего многие делали, не знаете. Просто есть один, но такого набора нету. Леший один от Романа, вот Голман РС как раз. А кто там еще делает? Автор Лешего едет, да, как раз с нами, поэтому он один, блин, я не знаю, какие еще есть лешие. А что, их несколько, что ли, было на эмоции Леши? Так вот, я удивлен. Роман, что ты имеешь в виду? Я его просто обновляю, просто, может, про старую версию говорят. Русский народный фольклор только у нас от Голдмана идет. Да. Никитич и добрый не там. Все, что связано с персонажами сказок. Я говорю, бабьёжек не хватает. Ну. О, кстати, Диман. Бабу-Ягу, вот машина какая похожа на Бабу-Ягу? Надо что-то мне запилить, чтобы Баба-Яга была обязательно. Страшная и ужасная. Вот какая-нибудь, да, такая корявая, сука, машина. Есть, вспомнил я. Есть капотная Татра, такая синего цвета, в Советском Союзе ходили. Татра капотная как раз. Ну это старушки, вот да, она такая пучеглазая, ужасная. Да. Вот, заправь, пожалуйста. Слышишь, а у меня есть модель для этого. Даже модель есть, нихрена себе. Голос на Брэна похож, а Брэн кто такой? Это передача Brain Ring. Ай, ну вот. Там что, кто-то ведущий, что ли? Я не знаю, кто. Хера себе. Не знаю, кто такой, Брэн. Брэн. Так, что у меня с ремонта? Да, типа того. Блин, у меня в трейлере осталось. Нет, 400 передача, литров. Да. А вот про кого тут сказали? Кстати, не знаю. Так у меня цистерна. У меня цистерна. Да я понял, у меня тоже, а я его сейчас отцеплять же буду. Да и ладно, у меня еще осталось, мама, не горюй. Сколько? 2700 у меня еще. Конечно, я отдал. На 3 дня. Уже направился. Опа. Дерево. А вон оно, дерево. The Brain Dead Virus, извини, я не знаю, кто это такой. И чем у меня голос похож, блин. Так, все, а где вопрос Влад исчерпан. Еще? Подпись всегда одна, я так понял, попадался. Влад, а ты где? Только назывался не Леший. А, да, я поехал, я проеду. Наверное. А у тебя есть там? Да. Ну что, а мы поперли. Сейчас до заправки. Что вопрос исчерпан, что там? Ну, не знаешь, кто такой, не знаешь. Вот подпись вопрос, всегда нет. Одна, я так понял. Попадался вылитый, только назывался не Леший. Вот так. Вылитый такой же, что ли? Ну, что ты имеешь в виду? Ты что-то первый раз слышу. Ну, модель та же, господи, 260. Ну, 63-221, там дело. Их полно. Они из этого, из... Блин, не помню, кто это делал. Коричневый он только цветом был. Что, ты скинул тут, Ром? Полетели дальше, что ли? Да, сейчас я. Что-то вы разъехались. Рома тут. Наверх. Может, в предыдущей версии игры попадался. Тут наверх и направо сейчас, и прям севером поедем. Скорее всего. В предыдущей версии игры был такой крас, он был голубого цвета. 13.04 была. Да-да-да, была такая, скажем, с голубенькой кабинкой он такой был, да. Симпотненький такой. Только у него рама была чуть короче. Не такая. Это тут вроде как она чуть удлиненная. Балдикут, здорово тебе тоже. Пилок осталось, две пилки закрыть осталось. Сейчас мы их через 10-15 минут как раз закроем. Да тут все, я теперь без прицепа это. Да, сейчас долетим. Ну и Владу там не так далеко осталось. Завоюйте мир леса, все завоюем. Особенно сказочными героями. Блин. Я надеюсь, что я не просыплюсь нигде. И мы надеемся на это. А вот знаете, что я сейчас подумал? Почему? Надо было взять направо. Почему ты туда поехал? Так смотри, сейчас с севером и к пилораме. А, вон чё. Хотя да. Я все время считал, что крас у меня устойчивее, чем мэс. Надо было Диме взять этот, на всякий случай, кран с собой. Да вот, ладно, тут прям. Тут такие горы пошли, блин. Не ссы, всё нормально. А у всё, меня еще в гараже леший стоит, если. Вау. Ага, ага. Рома с перепугу тут маханул.
Я тоже сюда не уехал. На Мерсе-то тут не скачунешь. У Брейна 6 миллионов подписчиков. Нифига себе, так вирус. Позови им, скажи, что Брейн тогда здесь, блядь. Пускай к нам заходит, смотрит, как надо лес возить. Ё-моё, он тоже спинтайр, что ли, играет? Так, тихо, фото дня. Ага, на 6 миллионов игры столько людей не знают, спинтайр. Фото дня, так. Лац. Так надо им показать, какие надо игры играть, а не всякую хрень. Вот настоящие мужские игры-то, блин. Спинтайр, ЕТС. Полетел. Ну, на повышенное. У меня не зашел. Не, ни хера. Там на камень был. Да, он в камень бахает и все. Он, наверное, и танки стримит тоже. Ну, может быть, фиг его знает. 6 миллионов подписчиков, это, извините, надо все подряд стримить. Это до хрена, там, конечно. Танки, это, по-моему, вообще танки, спать не надо, танки. Надо не вылезать из компа. Спать точно не надо. Брейна 15 или 17, какой-то чмошник он пишет. Блять, у меня похож голос на него, ну ёбаный. 15-17, блядь. Ёлки-моталки. Спасибо, блядь, садовили. Да, добрые люди, да? Откуда тогда у него 15 лет, 6 миллионов подписчиков, блин? Накрутил, накрутил, наверное. Голос хороший. У тебя похож, Саня? Да, он пишет в чате, где сейчас. Блин, надо на метку. Может быть, второй аккаунт, да, у меня там? Завел, да, 15 лет мне там. Тут 25, там 15. Они GTA-шники, а он в GTA играет. Вот почему так видал, блин. Саня, ты ошибаешься, мужские игры — это Sims. Sims? Это Расстава. Хорошая шутка, меня да. Идет, да. Для некоторого рода. Да. Для некоторого рода, блин, мужского, да. Вот мы засели на стриме, блин, на 4 часа. Слушай, вот эта карта. Неожиданно, конечно. Да. Саша, респект тебе за карту, если ты нас еще смотришь. Да, если ты с нами, огонь вообще. Я вам честно скажу, она вот для меня сейчас одного уровня — тяжелый путь. Да, да. В натуре здесь тяжелый. Тоже сложновато. Блин, а я вот я еду, куда я еду? Я не помню, чтобы мне тяжелый путь показался тяжелым. Не, ну... А, ну мы там... Мы с Ромой там угорали. Мы это вы были там, да. Я трепил, это Рома там говорил. Летал... Ой, то есть это ты... Там все летал и закрывал пилорамы, да, что ты, наверное, закрыл. Открыл, да. А мы с Саней там натерпелись. И напереворачивались на самом деле. Там и распуски в кабину влазят. Что там только не было. Да, я ошибся, это Брейн. Он нормальный, ему лет 40. А, ну, нормальный, хорошо. Нормальный. Нормальный, да, спасибо. Если бы меньше было, то ненормальный. Да, то ненормальным бы тогда, блядь, было. Слушайте, ну что, карта называется «Холмистая», а автор карты сказал, что она выйдет завтра, скорее всего, он в ночь ее сегодня загрузит, и я реально ее советую сыграть, вот, и все, наверное, да, тут да, тоже да, советуют, да, да. Ну, да. Не пожалеете вообще. Широкие машины не берите, иначе. Кто любит хардкор, с удовольствием. Да, кстати, монстры здесь не нужны. Широкие не прокатят машины. Они да, нет. Вы помучитесь. Лучше что-то поуже берите. Да, смотрит Саша. Саша, спасибо тебе большое за карту. Как всегда, все великолепно. Ждем от тебя еще одну карту. Давай уже начинать делать надо. Вот это уже высший пилотаж называется. Да, да. Игорь, что там скажешь про карту? Какой тут спор возник? Да. Мне все понравилось. Вот только палки. Только палки вот эти вот. Да, палки, Саша. Там палки это... По палкам в натуре можешь. 30-40% палок убери, пожалуйста. Слушай, ну да, прорядить ты можешь их. Немножко их убери. Тем же самым дистрибьюшеном просто прорядить. 2.41, ребят, нормально. А то будут материться все. Просто жесть как. Как 2.41? А почему у меня музыка не играет? У меня 2.42. У меня не закрыто 4 очка, еще музыка не играет. В смысле? Да, что нету, еще 4 очка мне. Сейчас о, придет. Прилетело. У меня прошло да. Только что. Сейчас а может быть, что я перезаходил? Может быть, с этим связано? Не, ну... Не? Алексей, звонят. А у вас 2 чуть позже будет. Хотел озвучить, да, что спрашивает. Почему а вчера не было? Слушай, а может быть, мне пересесть в другую машину? Не надо, да, сейчас придет. Да, пин 710. Ого, висишь, а я у Ромы вижу пинг, вот но я не вижу, все нормально. А, не ездит он. Сань, нет, Сань, вот я поехал.
Посмотреть, что с пингом будет. Я у Ромы вижу пинг 710. У Димона 570. А у всех, кстати, слушайте, я у всех вижу бешеный. Да? Короче, так, нет, надо быстрее скринить и выходить. Рома, да, тебя, по крайней тебя. Мере, карту мы закрыли, все Рома, сделали. Саша, спасибо тебе за карту. У меня, да, зависли у всех пинги, но мы все довезли. Да. Все в порядке. Вот у Влада у меня пинг стал скакать, а у Ромы все так же 710. Ну, Рома, да, о, меня... 2 часа 41 минута, 16,5 километров, 2,5 тысячи. Пришло, метров. Да? Да-да-да, вот только что, блин, а, вот. Заиграл музон. А у меня 19,5 километров. Ну да, Саня, 19. можно рекламнуть еще, можно посмотреть, ребята, видос у меня, я писал. Да, со вон, второй еще камеры. И Димон выложит тоже, да. Да, Саша, да, ссылку, кстати, на видео я тебе тоже скину. О, Димон, ты ж вылаживаешь. По возможности, да, добавь, YouTube? Пожалуйста. Да-да-да, на YouTube. На YouTube, ну, и в группе у меня будет. Ссылку возьму, да. Народ, мы сейчас немножко отдохнем, я не знаю, либо с Кентайрс посмотрим какую-то карту. Если все мы разойдемся, то уже уйдем, наверное, в Call of Duty, я так понимаю. В общем, сейчас мы решим. Всем спасибо за просмотр. Да, всем пока. Но если поедем какую-то карту, то подходите через полчасика, стартанем. Сейчас поглядим. Все. Всем пока, всем спасибо. Всем пока-пока. Всем пока.